Кубе, блядь, взлетаешь по траве, да? Здесь не могу по траве взлететь, ёб твою мать, блядь. Там смотрят, наверное, полегче. Да брось ты, там взлетать, ты знаешь, как геморрой. Бля, там поляны сделаны специально ровные, уже там... Да они такие же, они ровные, там клюет, ты носом будь здоров. Нормальные там поля, потому что раньше с полей взлетали. Я, кстати, вчера взлетел с поля, я... Что-то на филе, здесь тоже можно взлететь, да, но да, не везде. Вот между этими, да, звездными полосами там можно взлетать. Вчера взлетел. Увидел, кто-то садится, ломанулся налево и взлетел. Помнишь? Жень. Что говоришь? Да помнишь, что вчера взлетел? Ломанулся налево. Да, да, видел. В Нормандии ты с любого поля можешь взлететь. Там ровные поля. А что, мне кажется, сейчас и в Нормандии там переделали. Там теперь тоже... Ну, сейчас я не знаю, я давно на ней. Раньше бетонные были, да, там пусто. Трава зеленая, поле бетонное. Ну, блин, пузесик отвык, да? Или в Кобе, блядь. Пузесик. Блять, я сейчас зашел здесь, был один, куча синих. Или красный. Димка тут что-то мучается, вообще выкидывает, блять. Куда летит? Таисий, куда здесь надо? Там смотри, дым. В море смотри, там видишь дым. Там стрелка. Там море все. Ставил моды, Жень, ты здесь? Да. Ставил моды, накосячил там, блин, снес все модули, короче. Полтора часа качал модули опять. А что за моды ставил? Как полтора часа? Они же моментально качаются модули. Ну, может быть, я и больше, чем модули снес, короче, долго. Все говорил, позвони, блядь, если не шаришь, блядь. Нет, блядь, я умный, нахуй, блядь. Что за моды, говорю? Ну, моды звуковые потом на прицел. Ну сейчас работают? Да. Настроил? Ага. А GGM этот мод, который да, Джеки там? Да вот это вот его же он настраивал. Нет, там надо показать, раз я уж тоже забыл. Женька мне тогда показывал. А, да там... Сегодня прислал мне, там такая мудреная, я потом на видео нашел, там вообще все это делать очень просто. Да там просто... Да там на видосе что-то такая заморочка. Кто стоит на стоянке? Я в ангаре. 27 миллисекунд. О, кто-то пролетел нам. Я летаю тут. Тут фока стоит, а. Блядь! Стояла. Я чуть стол не цепанул, блядь. Не заметил, что... Женька, не ори так, блядь, я ж подпрыгнул. Я ж, блядь, думал, чё ты, блядь, чё ты у меня?
Да ты бывает тоже, блядь. Да я случайно кнопку нажал. Согласен, бывает, бывает. Тише, тише, я стримлю. Ты как ебанешь, бывает, что я вообще, блядь, нахуй. Тише, говорю, я стримлю. Со стула падаю. Чего? Я стримлю, говорю, тише. Ну, а я что, матом ругаюсь? Я матом не ругаюсь, потому что мат — это такая хуйня, что наверное нахуй. Кто на полосу выезжает сейчас? Ну я сейчас рулю по первой РД. А почему без разрешения, блин? Не, ну надо было добавить Женьку таким голосом, спросил, что блин, какого хрена, блядь? Хрена вы! Смотрел же, блин, на ютубе, блядь, как прапор Гневального подходит и в армии в части, блядь, и снимает на камеру, блядь, и на ухо его. Че спим, бля, таким голосом тут. Я не сплю, товарищ папа. Тут да ну нахуй, блядь, сука. Не, не смотри. Не показали, как он ему пизды давал, блядь, только, блядь. Да это, блядь. Это снимать нельзя, блядь. Да. Спать на посту нельзя, блин. Родину да. Проспишь, блин. Упыри, блин. Сегодня он курицу украл, завтра корову уведет, а послезавтра родину продаст. Продаст, блядь. Да. Однозначно. Олег, ну ты где? Сейчас буду взлетать, выруливаю. Слушай, ты уже становишься похожим на клевера, блядь. Олег, ну ты где? Блядь, не оскорбляй меня так, нахуй. Это не пизди так, блядь. Лучше б ты матом, да, вагрила? Да, лучше б ты ругался матом. Лучше б ты меня ударил, Коля. Блин, компот, пока тут это самое, а меня тут тише, тише, мустенг протрюкал. Где ты, Коля? Сейчас скажу, подожди, откуда... Блин, иду обратно, видишь, откуда Таиси? Открой планшет, откуда Таиси, речка. Вот я иду от второй речки, блин, Муся меня прострелил, сверху упал. Фонит. Ник. Чего? Микрофон у тебя что-то хрипит аж. Да ты что, серьезно? Близко слишком, наверное. Я потише, да, тебе сделаю, блин. Я уже сделал потише. А, все? Я говорю, Муся сверху прилетел, тюкнул. Домой ползу. Домой идешь, Коль? Да, 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 к земле падаю. Ну, речка идет к нашему аэродрому. Вот я иду поперек этих речек маленьких. Поперек? Да, иду к филду прямо. Одна речка у меня справа. Как ты там можешь поперек идти, большая, когда... Ну, потому что она впадает. Вот, нет, подожди, вот есть тонкие Ура. Речки, которые впадают в крупную. Нет, вот, ну, вот эта речка, как ее зовут, забыл, блядь. Да, вонючка. Кура. Речка вонючка. Кура это, блядь. Не, это водохранилище ебучее, блядь. И этот пидорас не захотел за тут крутиться, сразу начал улетать, блядь. А как ты хотел? Это супер. Женя, смотри, у тебя справа. Ты у меня справа? Да. А я у вас сзади. Я не вижу. Получше подумаешь. Я вас обоих вижу, я вас сзади. А во, идет за мной, идет, сейчас будет атаковать. Какая высота, Ник? Высота, Коля. Ноль. Ноль, хорошо. Ну не ноль, 300 метров. Сейчас, мы его нахлобучим. Да он не это самое, он не лезет, он вообще простреливает и улетает там. Мы его догоним, на. Ты не догонишь ты. Ну куда он уже оденется от нас? А, вижу он, кого-то смотрю. Справа, да. Он по нулям сейчас справа, да? Поднимает нос. Вижу их. Это Дима справа. Диму справа. Нет, смотрю, перед нами кто-то летит. Диму я видел. Справа он сейчас. А, вижу, вон он падает, падает, падает. Да. Падают, падают, падают. С дерева листья. Захожу. Муся. Если вы его не собьете, с вами разговаривать. Так, вас там четверо. Все правильно? А тут и я подошел. Я на нем. Все, ему кобза, короче, я подошел. Ты зашел на него, да? На нем сейчас Женя. Вот кто-то наверх тянет, а я контроль беру. Он на тапочке, по-моему, встал, да? Ну да, уёбывает. Ну, постреляй по нему этими пулемётами. Пулемётами постреляй. Ты его поверх пугай, кабины, пугай, может, да, он придёт. Чтобы он просто увидел, что вас много. И сказал себе, ну нахер.
Ну сейчас будет сваливать этот раз. Ну да. Врешь, не уйдет. Отрывается, да? О, а, нет, это разрывы. Ты пушкой долбишь? А я пушкой чуть-чуть. Далеко. Попробовал, как ты не попал. А где вы сейчас? Ай, блин. Ладно, стой. Даже попал. Не знаю, как пулеметика сказать. Вы... Ладно. Пулеметика попал раз. Ну, как говорится, спортивный. Один раз. Фракции. Не пидорас. Вали его. Вы высоко? Нет, жестко прям. Я прям яйцами по деревьям, по верхушке цепляюсь. Блин, что вы слились в ноль, а, вот. Уйдет, попадаешь, не догоняю, не догоняю, но путь медленно. Но я думал, сейчас движок спалит себе, я... Может, скорее всего, на этом идет сейчас. На вебе. Ага. Слушай, расстояние большое, блять, не догоняю, блин. Не долетаю снаряды. А ты за нами идешь? Я за тобой, метров 200 сзади. Я что-то не могу понять, ты что, не ветер, что ли, блин, попасал? Да, тут какие-то вот турбулентные. Есть, есть, да. Я бы тебя права фрил. Чуть выше бережи. Я беру чуть выше. Спутка, спутка, Олег, блин. Идет. Ну да. Я думаю, уже надо забить. Попал еще. А, попал? Ты до последнего будешь вытащить? До последнего. Для чего? До конца. Так. Олег, догоняй, блядь, такой. Да я сзади. Значит, оружие закончится. Ну, забей, разворачивайся. Что-то я сзади. Он сейчас на меня кинется. Да ну не, я повыше. Давай вправо разворачивайся. Что-то я, кстати, блекануло. Ты развернулся? Нет, я за ним иду. Что-то я... Тихо, догоняю, догоняю. Что-то видел. Вайл в городе. Показалось. Обогнал, блин. Обогнал его? Блин, а я бросил вас. А, я вверх ушел. Сейчас я на него упаду. Все, блин. Вижу вас. А, у меня тоже шестер. Вот, я уже видел, блин, что-то. Где-то. Где он едет? Блин. Потерял, блин. Потерял, Олег. Блин, ну я пока сейчас. У меня тоже проблемка. Отходи, значит. Жми с нуля. Где, а, он есть? Упал, он упал. Ура! В сторону дома, отходи, у меня тут тоже есть. Ура! А кого ты сбил-то, интересно? Подожди, а кто упал-то, блин? Мне не записали его, блин. Хотя я его пробивал. Значит, это не он упал, кто-то другой. Ну, осматривайся. Ну, вроде ты один идешь. А вот кто-то что-то пишет, 362-й какой-то, Хайлер. Лонг, чей... Жень, посмотри у себя на 10. Я один, чуть выше тебя иду. Пароли... На 10? Домой, да. Если это ты, конечно. А, да, пока один. Где-то, хотя где-то Мустанг, ближе. Где-то Мустанг выше был. О, Сапсан, ты сбил этого 362-го. За тобой идет кто-то. Да? Высоко, низко?
Да, это 10. Ну, наверное, метров 500. Ниже? Километров. Что ты говоришь? Он ниже меня? На твоя высота. Ну давай, заходи на него. У меня оружия нету, блядь. А. Я не знаю, кто его, как я его сбил, блядь, у меня не записали ничего. Не, же это вчера, 10 числа, я смотрю статистику. Ну сейчас он упал. Я его пробивал с пулеметом, попадал, блядь. 2 или 3 раза. Он дисканул. Может быть. Не, а разбился там, взрыв был в деревьях. Я видел. Значит, не знаю. Ты где сейчас летаешь? Он потому что упал, потому что я, видно, ему что-то выдал. Я за вами иду, Олег, за этим захожу. Да я что-то осматриваюсь, оттормозился, вроде никого нету. Это, наверное... А вы в районе чего вообще? Блин, да тут... Давай далеко. Соберемся возле дыма где-нибудь, кучканемся, подремся. Давай, вот я подлетаю как раз. Ага. Иду к дыму, короче. Вроде никого у нас за ним. Более, это у меня, в общем, этот, к модему идет то волокно, где-то перегнул. Поэтому такая. Как ты его хотя волокно перегнул, умудрился, да. Уже там жесткий кабель. Да он не такой уж и жесткий. Такой, он уматывается, можно, он на модем не матывается. Не, у меня очень жесткий. Его хуй поломаешь, блядь. А что там вот то молоко, он что, как типа трубки что ли? Ну да, там же. Это что? Как леска там, Коль. Да, там леска. Как леска 0,8. Вот это сама жилка внутри. Не 0 или 0,5. Там, бля, у меня пильник такой по 2000 был, убрасывал, думаю, что. За 3000 у тебя даже был. Может, 3000. Ну сейчас сделали? Я сейчас подошел там. Я просто. У меня там шкаф стоит, я, наверное, в магазин подошел тут. Надо вызывать эти. Не-не-не, я пошевелил сейчас нормально. Не, все равно, если заломился, лучше вызови, они этот сварят, да и все. Потом опять проблема будет. Так, ну что, я на месте. Я домой иду, ребята, у меня оружия нет. Давай, перезаряжайся. Давай, Олег, я над Филдом в районе запада. Западнее Филда. А высота? 1100. А я спать пошел, все, братцы. Давай, спокойной ночи. Приеду, начинается, блин, всех затащил бы тебе спать сразу. Ну как обычно. Слушай, Жень, ну я пуши стол стою. Да все будешь накатывать, я тоже пуши стол стою. Я тебя вижу, прохожу. Коля, ты откуда сам? Ну, правда, я водил, я не работаю. Да я тоже водил, не работаю. Коля. Ты на погрузчике? Уже все. На погрузчике? Я с Ленинградской области. А погрузчик у тебя какой? Да у него там погрузчики, ебать, он как показал мне тогда. Ну видео, какой? Блин. Львовский этот большой? Нет, там кальмаровские погрузчики. Мы импортные. Портовая техника. Дим, Коль. Я справа. Коль. Да, вижу тебя. Коль. Ну, они по-разному, короче... Не, вот эти вот большие, громадные. Они разные, еще раз говорю, до 60 тонн. Ну, о, видишь. До 65, а 45-футовый, блядь, туда можно и 75. Какой-то портовый, что ли? Так я в порту работаю. В порту, да. Там колесо рич-такера 700 килограмм весит. Такие мне не нужны. Мне Львовский надо посмотреть, видео какое-нибудь, чтобы кто-нибудь скинул мне там, снял его, хорошо. Этот старенький Львовский поручик. А, так, ты хочешь нарисовать? Хочу его сделать, да. А тебе какая там тема-то, чего? Да не тема, я просто делаю модели, хочу продавать их. А, понял. Они просто более-менее такие ходовые. Я тебя найду, блин. Но мне 50%, блин. Мне надо прям видео подробное. 50 это дохуя, бля, 60. Женя, у вас, наверное, там на производстве они должны быть. Это же такие советского там производства. Да я знаю. Если там у вас стоят, прям вот видос сними подробный такой, обойди вокруг него. Вот эти желтые? Да. Старые обычно. Да. Ну, фотографирую. Если попадется. Если они остались у нас. У меня же там на складах, блин, редко бывает. Да нет, да, не допотопные советские. Может уже там. Там сейчас в основном тоже импорт, наверное. Ну, посмотрим. Прям такой подробный видос, если найдешь, ладно. У тебя же видеокамера хорошая. Да. Прям вокруг обойди его, все эти вот. Ну если будет такой, я тебе хорошо сниму, скину видос.
Блин, да их мало. Может, к филду? Да я на Хорнете сейчас опять полетал, так. Дим. Научился его запускать. Может, пойдем запускать филду, вообще элементарно. Давай. Что-то ну, там все в воздухе. А, не в воздухе? Ну да, там никто не выходил в ближайшее время. Так на выходных тогда вылетим на бодиспайке. Раз там. Слушай, да только что было синий Элиот, блядь. Его все уходили. Надо. Давай ко мне. Пойдем к берегу, пойдем с тобой. А зачем ты собрался летать на бодиспайке? Интересно. У меня много чего есть. На Хорн. Там интересно, да. Хорн. Да. Да ну нахуй, говно, блядь. Нет. Сейчас самолет Су-27. На Су-27 мы летали уже. Ну просто там не кликабельно. Оль, ты не пробовал просто. Я тоже пиндосовский самолет не очень. А я вот пару дней на нем полетал, запуск изучил, блин. Очень а даже интересно. Я принципиально не хочу летать, конечно, честно сказать. Просто, ну, я тоже нахуй принципиально купил его, но все равно. Я раньше покупать деньги тратить не буду на то, на чем не летаю. Да? Я вон А-10 есть. Мне нравятся вертолеты, А-10C. Я его освоил. Потом думал, да пошел нахуй, это не наш самолет. Кто? Не как это, любишь залетать, а не просто самолет. Вы, батенька, блядь! Кого-то я зацепил крылом. Меня, наверное. Ну ты стоишь рядом с полосой. Ну я, да, ремонтировался. Блин. Семен Семенович. Что, сильно зацепил? Ну больно. Как, не сильно? Не, у меня крыло целое. Что, совсем целое? Правое, посмотри. Левое. Подъедь еще раз, зацепи, чтобы не болтал. Целое. Еще раз зацепи его, чтобы он не целое было. Блин, все синие поуходили, блин, недоноски. Блин, злой ты, Мироновский, ну как так? Да пидорас. Нормальные люди. Да не нормальные люди. Нормальные люди здесь живут. Где? Вот здесь, в Российской Федерации. Да там на синей стране там полно. В Советском Союзе, блин, нормально живут, понимаешь? А пидорасы да. Живут. Дима, а ты не из Советского Союза? Не захватил? Димка? Подсел. А? Советская Беларусь. Не захватил? Я а, не, ты не спадет. Ему год был. Да, да. Год был, когда Союз распался. Да. Вот же туха была, больная, как понял. Зато в Беларуси, как в Советском Союзе сейчас. Стремились к коммунизму, оказывается, уже были в коммунизме. И не знали об этом. Все познается, дружище, в сравнении. Да. Вот смотри, говорили, что невозможно построить рыночные отношения при коммунизме. Китайцы, будьте, пожалуйста. Модель развития экономической коммунизма. Да, при коммунизме, блядь, и первая так, экономика в мире. Где-то вот здесь, да, у нас наша? Да я не знаю, Олег, я только знаю одно около Эйфелда, там, через речку. Давай вниз туда спустимся. Давай. Ты спускайся, я тебе Я ремонтируюсь. Все. Ты по карте посмотрел или помнишь по-старому? По-старому, да. Вот где, видишь, река входит. Маленькая такая. Ну вон река в море взошла, видишь? Где-то, да, по-моему, вижу, там всегда было. На той стороне реки, за мостом. Ну чтобы штурмили, тут домов не видно. Ну, очень-очень плохо. Народ, Бобыш, ПЗШ, пили, смотрю, Белка. Нормально. Да они, может, даже не в БЗС. Они просто сидят там, да, еще каждый раз. Смотри, тут три моста железнодорожные. Есть, Дим, спускайся. А где так, все, ребят, давайте низко. На завтра. Давай, пока. Там, где горит все. Вот к реке прям спускайся. Смотри, там кто-то атакует. Вот, ракету там шмальнул. Это кто? А, это Мустанг. Все, за ним давай. Все, нашлись ему. Давай. Сейчас он умрет, наверное. Если он сам не упадет, а он все, он за. Там еще один мустанг. Да ты че? Да. Пускай. Ты за ним? Ну я за мустангом, да. Он ракеты пускал. Ну да, он сейчас меня увидел и выпнул ракету. А, сейчас он не понятно. Только не падай, мустанг. Я сам тебе сейчас сделаю все. Ты заходишь, да? А я его. Ускочил. Да. Блин, ну я чуть не цепанул.
Сейчас он будет убегать, походу. Там, подождём, пошёл. Врёшь, не уйдёшь. Нет. Воевать удумал. Блин, какой-то чувак такой прям нормальный. Не, безделоватый. Ты над нами, да? Да, я смотрю, куда он тут. Сейчас я его... Ага, вот я его пометил. Сейчас контрольный. Голову. Зажег, по-моему, да. Да он туда. Где он вообще? Я бы сдерз. Садится. Да он горит. Убивай ли ты, он сел. Так, а теперь смотрим на дисконнекте. У него вчера прям на них везло так. Не-не-не, он сел, он не заметил. Так вчера тоже сел и потом отключился. Евал был. А? Я смотрел ваш стрим вчера, да? Что-то не считаю. Но чуть-чуть сегодня на работе. Может быть, пробить его еще на всякий случай? Да, закон при. Пушечкой, да? А то как вчера, блин. Все мимо, куда-то вверх ушло. А, здесь сырок поставили, то сейчас сложно по земле попасть. Ну да. Как-то так по последние 100 метров сносит. Вот он сидит до последнего, значит опять что-то удумал, вонючка. Скорее всего опять он же. А, вот наземка, над нами же. Под нами, то есть. Да, прям ветер такой ненародный. Интересно. Отсоединился. Он что ли? Не, кугар какой-то отсоединился. А Ювала нету. Ну, значит, это Ювал. А, Ювал есть. Есть? Ну, это он. Он-то все время на земле лежит. А то щелк отключился. Подожжу. Тогда бейте его, что вы, блядь? Ну, стреляем. Пушка, бейте, блядь, что не можете бить. Бронирован. Да я ж тебе говорю, ты правду сказал, что дамаг какой-то слабый стал. Я всегда вчера... правду говорю, блядь. Олег, я когда-нибудь врал, блядь. Ох, блядь. Ну, ё-моё, вот этого он и ждал. Чё, врезал? Ну... Хоть в него врезал? Нет. Чуть-чуть не лицо. Жадность. Надо было этим состава. Он ебал, видишь, ржет, значит его. Ну да, значит он. А подожди, а может записали кому? Может выпендриваемся? Нет. Тебя нету. Димы нету. Ладно, отхожу я домой. Друг. Запускай. Теперь мы знаем точно, что я девал. Напиши ему, блядь, какого хера ты без этого? Загораешь, да? Нет, я имею в виду. Не, ну загораешь, ладно. Я имею в виду. С сервака уходит. Из коннекта. Как я его напишу, я иврита не знаю. А он английский знает. Так я и английский не знаю. Через переводчик. Ну я лечу, как я. Я вообще. Напиши, если ты на земле напиши. Не вздумай дискануть. Сейчас я прилечу тебя, добью.
А чего ты его не добьешь, Олег? Ну все, он исчез, его нет там. Чего-то он опять смудил, реально. Две потери у него. А никто его не сбил. Вот они, блин, прошаренные черти. Что-то опять наделал. Он лежал, что-то делал, походу. Взломали. Тянулся к шнуру, блин. Не, он, видишь, не отсоединился, а что-то сделал там. Что не записали его никому. Вот черт, медушки. Не зарядится, что ли? Пока ветер без камней. Вот там дымный садится, блядь, на фоке, блядь. Блядь, опять в меня едет, ёб твою мать, блядь. Думаю, хоть остановится. Нормально. Ты летишь к полосе, Олег? Не, я еще далеко. Но я лечу. 20 километров. Ой, блин, как я хорошо настроил себе такие, просто офигеваю, просто кайфую. Миша собрал все это. Дору. Ой, не Дору. Да. Диану. А, он, короче, говорил, что отдачи нету. Скорее с него там, я смотрел видос, он мне прислал. Там есть две пружины. На 8 и на 32. На 8. Я смотрел на 30, короче, да. Да, да. На, стрелял, ну, там мощная. Всего, там, да, отдача приличная даже, да, он, да, говорит. У него, скорее всего, на 8. Вот то, что я тебя скидывал, да, смотрел, Олег? Наверное, да, да. Парень что говорил, это... Там отдача очень чувствительная. Да, ввести на 32, говорит, не разрешают, короче. Видел, как она шила, блядь, на это? Да, да. Нержавейку, блядь, да, с бетонными пулями. Такой в лоб прошибет на один лобешник. Лобешник, это, блядь, смерть сразу. Да, да. Я смотрю, у вас там... Я обычная кировская воздушка, промокашка в школе, у пацана была эта воздушка. Поспорили на спор, короче, блядь. Один там толстый у нас, Саша, был. Давай, блин, через майку, блин, промокашка жеваная, блин, куза ему как дали, блин. Сука, он полчаса катался, блин. Майку поднимает, там синяк на пол куза, блин. Ну ладно, давай, короче. Уйдь, блин, нахуй. Мама его пришла, вы чё, блин, суки, издеваетесь, блин. Ладно. Сам попросил, блин, он попросил, он дурак, а вы чё, дураки? Ну а чё, блин, он попросил, мы стрельнули, блин. В армии брелки из этих, из пуль делали, короче, порох высыпали и это... Делали открывашки. Помнишь, такое было у вас? Открывашки для бутылок. Да что угодно было. Во, и, короче, а там же капсуль-то целый остается. Конечно. Во. И один числи оружие. Я ничего взял, зарядил этот патрон. Уже даже с выпиленным, короче, сбоку, под открывашку, прикинь. С одним капсулем и пулей. Шмальнул, короче, в телевизор с 20 метров, пробил телевизор одним капсулем. То есть. Заряда капсулы, ну, хватило пули, чтобы улетело. Хватило, вылетело. Конечно. Охренеть. Хорошо, хоть не в человека попал. Да, задумался не направить. А нам выдали, короче, автоматы, эти новые, эти 7.62, 5.45, маленькие пульки. АК-74. 74, да. Во. Ну, я уже сержантом был, ну и лежит три стреляющих, а я даю команду, стоя, справа стою. Они стреляют, короче, по мишеням. Я стою, и мне в бушло, пэм, с пули, прикинь, прилетело. Представляешь, на 180 градусов. Рикошет двойной, на 180 градусов прилететь, это вообще двойной обалдеть. Рикошет. Да. Мы в школе еще стреляли так, короче, мы отстрелялись, короче, и другой класс стреляет, а мы стоим рядом так. У нас полковник был, военрук, бах, это над головой аж завыла пуля, он говорит, двойной рикошет. Редко, ну бывает, блядь, ложись нахуй. А в учебке, короче, нам рассказывали историю тоже. Оружие разряжали после караульной службы. Ну, там специально есть прибор такой, как забыл, пулеулавливатель. Может, знаешь такое, да? Ну, конечно. Во, и чувак, короче, без пулеулавливателя так просто тупо разрядил Лаврову.
шмальнул, а помещение такое, типа коридора длинное, метров, наверное, 10. Бетонное. Да, метров 10 в длину и в ширину где-то метра полтора такое. А стояло 4 человека в очередь разрядить оружие. И одного, короче, убило в спину. То есть он тоже так же, как ты говоришь, двойной рикошет. У нас прапорщик бурят, блядь, наряд сдавал, блядь, такой пистолет дает, передергивает, блядь, такой. И смотрит в ствол, да? Бах, блядь, в пол, дырка, блядь, блядь. Он обойму вытащил, второй раз бах, а патрон же второй там уже снова, блядь. Ну да, да. Ну ты что, дурак, творишь? Это все ерунда, у меня чувак служит. Вова самострел себе, две ноги в наряде прострелил. Хера себе. Опа. Бывает такое, да? Кто-то у меня сзади. Сзади я. Точно? Да, а вон кто-то... А кто-то висит на высоте над филдом. Да я кружу. Точно ты? Да, это я. Я за тобой иду вправо. Я же тебя заметил, думаю, проверю, кто это. Говорю, нехер. Я уж обрадовался. Не ебался кто-нибудь другой. Ивал посмеялся. Да, ебал чертяга. Хитрая жопая. Не, когда мы летаем за синих, то ебал хороший. Он помогал. А подожди, а может быть его записали тебе, Дим? Дима тоже, Дима тоже нужен. Не, у меня по нулям. Не, а ты же разбился. Не, я же разбился. На ноль. На стате, может быть, там. Надо посмотреть. Да, да. Так что мы делаем? Что, тут будем летать просто так, что ли? Идите к цели, они там шкуру трут. А где ты, Женя? Я вот над полосой прохожу. Где река впадает? Сейчас прям по нулям на река в море впадает, да, туда, да, идите. Давай за тобой. Вон Дима знает, куда дорогу. Иди. Вон вверх подхожу. Да я за тобой сейчас. Ром. Не ломай так машину. Да что там? Все тихо. Багдаде все спокойно. Их тогда добавилось, просто тут непонятно, где они летают. Да и говорю, идите к наземке, они сейчас там будут. У них одна только наземка. Кузнечика тут поймали. Одна, да. А кто такой кузнечик? А татарина друг. Из Ига, один из Ига. Видел, я сегодня присылал. Что-то говорят, блядь. Под наземку? Ну да. Ну вот она одна, иди туда на берег, где река впадает. Давай тогда. Вон Дима знает куда, отведи его. Погнали. Где дым? Нет, нет, дальше. Нет, где река в море впадает. Наземка была еще вон около гор раньше, на этой карте, блин. Ну сейчас он может убрал ее там. Ну Дима, давай я за тобой. Давай, все, газу. Я вот, смотри, ты сейчас меня пролетишь. Я тебя вижу. Отлично, я тогда ускоряюсь слегка. Что так проебал я тебя? Где ты? Справа от меня, слева? Я тебя сам не вижу. Наверное, ты левее пошел. Ну я вверх ушел. Ты на море. А вот ты надо мной. Здорово, Кёниг. Сейчас я выстрелю перед тобой. Всем, ну, в смысле, всем привет вам от Кёнига. Слышите? А? Привет от Кёнига. Ты у меня справа. Привет. Так, Тек, привет. Тек, короче, я выкинул, короче, все настройки, знаешь где? Посмотри вчерашний видос. Там под видео есть ссылка. Там чувак показывает, как настраивать, но видео можешь не смотреть. Там под его видео есть еще ссылка, где надо скачать его этот его настройки. И там же я еще ставил, смотри, еще одно есть предложение от меня. Именно путь, как, куда надо вставить этот файлик. И все. Ну если что, напишешь. Вчерашний видос, по-моему, я туда вставил. В описании. Тихо, тихо. Я ничего не пойму, что он говорит, блядь. Двойные цифры, в смысле, одиночные цифры, но цифра двойная. Тихо что-то, блядь. А, тихо.
А ты где, Олег? Я заряжаюсь. Свои зибаны. Ну, 2,7. А что это? 27. 27, да. Ну, 27 квадрат? Да. На берегу, наверное. Ну, что ты нашел так? Там где мосты, получается, вот. Вроде людей хватает, но никого не встречаю. Не видишь никого? Нет. На полосу посмотрим. Ладно, да ну его нахуй, заебал он. Выключи его, бля. Давай, Олег, мы там будем. В районе цели. Хорошо. Подходим. Вон, смотри. Чуть выше нас, прямо по курсу. Вижу. Давай. Давай, я под него пойду. Давай, я прямо на него полечу. Сейчас захватит. А? Я прямо на него. Да, 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 давай. А я ниже пойду. Попал. Спитфайр. Хорошо. Блин, взлетел. Они закрыли пенсию. Не попал? Нет. Я не попал в него? Я его не вижу. А он вверх пошел. Сажусь тогда. Значит, что надо набувался. Кончайте быстрее его, 3 минуты осталось. Они закрыли карту. Молодцы. Палка нет. Поливаешь как. Поливаю, чуть не достаю. Ветер какой-то антинародный. Все. Карта такая, что. Не знаю, мне не нравится. Ёб твою мать, блядь. Че, мажешь? Ну, попаду. Да рядом, блядь. Смотри, там еще кто подлетел, или ты? Вот свой. Месяц. А? Еще кто-то, бля. Ты, блядь. Все. Приплыли. Ну сейчас я так тебе скину сюда-то ссылки.
О, нам Мэтт зашел на помощь, блядь. Слышь, Олег? Ага. На фоке. Так, мужики, я ушел. Поздно уже, 12 часов. Давай. Crops all the time, but I do need to have that be in a good range so that I can look back. Так вот ссылка под ссылкой, там у него есть скачать файл. Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? I'm Scott Harris, professional illustrator, painter, and artist. My character drawing course on Udemy has helped thousands of students gain the art skills they need to draw well, and I can teach you. Олег, а ты где? Сейчас перезапускаюсь. Я что-то не перезапускал, нормально. Все. По-моему, все это хрень, блядь. Путь сам знаешь, куда засунуть его, файлик этот? Я у тебя слева стою. Ага. Ладно, взлечу пока. Кто я такой, TeamSpeak юзер зашел? Куда к нам? Не, он ушел, попал, тут в КПП был.
ну как, скачаешь, я потом тебе напишу. Что там, супостаты присутствуют? Дим, ты не смотрел, Евал, записали тебя в прошлый раз? Нет, не записали. Стату не смотрел. Я посмотрел, нет. А у меня не смотрел? Че же он там гаденыш нахимичил? Тихо. Куда будешь? Да, наверное, на север. Угу. Правильно, по солнцу. На солнце хреново, не видно дороги. Да я эту дорогу уже наизусть знаю. Закрытый. Не видно низги, блин. Куда ты завел наш Сусанин герой, да? Идите вы нахер, я сам здесь впервой. Мы сейчас отхуярим тебе левую ногу. Не надо, ребята, я вспомнил дорогу. Все, погнали. Говно по трубам. Да. Добрый вечер. Здорово. А, привет, это водолаз. Это водолаз. TeamSpeak user было написано. Блин. Значит, не опознал тебя. Сейчас нормально. Ты водолаз. Куда ты? Взлетел, Олег? Да, я пошел уже в сторону второй цели. Смотри, я ракета. Сейчас... Ракету смотри. Да тебе на стрим зашел, привет. Там такой пердеж стоит. В смысле пердеж? Так вот этот, колонка испорченная, я даже послушать не смог. Да ты чё? Вот так вот. Может, сейчас прошло, сейчас зайду еще раз. Ну проверь. Вы на бернинге? Ага. И... Чё-то молчат. Тебе надо как спайру, блин. Отдельный комп, карту захвата, блин. И тёлочку красивую надо, да? Лучший дубок, блядь, что ты, чем ты хуже, блядь? Не, нормально. Нормально? А, ну да, я там что-то на ссылку нажал, и мне прям в чат YouTube включился почему-то. Ой. Я тебя хер догонишь, блядь. Ну я в пузо уже уперся, ты же меня знаешь. 1-2. Топляк, блядь. Жгёшь. Ну да, тоже верно. Ну я его вроде не покупал же. Дают так. За даром же. Куда полетели? Ну, в сторону ихней, наверное, туда. В сторону ихней, второй.
по Зеленой горе. Догнал же? Да нет, не так я тебя догоню, ты что пиздил-то? Что, парашют, я 1.4 иду, что я на МВХе что ли буду, не буду я движок гробить. Я 1.4, блин, иду, у меня и так, блин, в наборе, блин. У меня, блин, температура, блин, на верхней метке стоит, блин. Да, она всегда там стоит. Да, я особо тоже не парюсь, он не перегревается. Раньше перегревал. Перегревается, еще как, блин. Не знаю. Это когда в свече есть, это долго. Так, не так уж и долго. Не понял. В свече какой дурак будет на полном газу, блин? Ну, есть, я видал. Присутствуют такие иногда. Вот с набором я шел как-то метров 10 или 15, не помню. Вертикалкой, короче, у меня движок стал, блин. Даже без МВТ, по-моему, или с МВХ, не помню. Какая вертикалка у тебя? Олег. Да я опустил этот присел, я не вижу пока. А, вон он, 5. Почти 6. Я же запущенный присел, а он закрывает. Да я знаю. Догоняю, блин. Ты смотри по сторонам, что там, никого? Да тут, блин, если даже кто-то будет, никого не увидишь, надо в ноль сливаться. Ну, а что ты тогда нахера гребем? Да я чтоб ты меня увидел. Я тебя вижу. Все, ты подошел? Ну, не подошел, но... Ну, давай, я плавненько в район их кораблей-то... Давай. Запускаю. Только ты газ не прибавляй, 1.2 и 3. Нет, я так и иду. Тебя вижу. А дальше еще кто-то. Это я. Кто-то корабль бомбанул. Вижу. Вот сейчас там и начнется. Промазал. Да? Мальзила. Видел статистики наземщикам? Наземщики. Синие за красных записаны, красные ну, за красных. Это давно такая хрень, да. Она в воздухе. В вашу сторону. Мы в районе кораблей. А, понял. Она дорика. Тетя, постараюсь правильно играть. Да все, психанул, но не хочет. Что-то даст, не там нету пока. Может опять на мотиках уехал. Может, да. Смотрели его мотик? Куда уехал? На мотике. Он же сейчас новый ход для этого, мотоцикл купил. Да, красавчик. Да, жить смотрел, надоело, да? Ну, мне постоянно шлет их, конечно, смотрел. Я ж первый зритель от него. А. Жить ему надоело, да? Да не, ну он не по городу, он чисто какая по говну гоняет. Ну, он моложе нас. Лет 35, может, под 40. Понятно, что моложе, да. Не, я это наоборот одобряю, молодец. Вот это вот такие вот развлечения, это. Он, я не думаю, если что он с умом без. Кататься, не, да, если с умом, но он с умом, я не думаю, что он там будет. Не знаю, дорогой. У меня племяш купил Хонду, блин, забыл, R6 или как она называется. Видел у меня ВКонтакте фотка, Олег? Нет. Я на мотоцикле. Нет. Вот это я на его мотоцикле прокатиться он мне давал, приезжал. Я не знаю, он жене признался или не признался до сих пор, что он его купил, блин, втихаря купил. Uh-huh. И в гараже в съемном, короче, держит его. Он, не помню, около полляма за него отдавал, блин. Никого не вижу. Дима, а у тебя кто сзади? А ты что, ты Диму видишь? Да. Где он? За вами. А кто у меня сзади сейчас? Я сейчас слышу, куда можно, как-то.
Они сзади, слева, вроде свои. Ты сейчас свечу пошел? Да, я сейчас вверх поднимаю. Я корабли обойду сейчас и к ним туда, к филду, в ложбину. Там зашкиримся. Я сейчас под корабли туда. Я хочу в ущелье между филдом и кораблями там. Давай. Это плавно. В нулях шкириться. Кораблям. Там в темноте можно. Да не вижу никого, что ты делаешь там. Мы сейчас в море. Не, я от вас видел, что ты за мной шел, я вот не. Не, ну сейчас я не вижу. В темном фоне плохо. А так помаячу сверху. Бля, не 1.3, а он прям прёт, смотри, 550, смело. Ты там в мои спутки не владеешь, блин? Нет, я же рядом иду. Ты на автомате сейчас идёшь? Шаги? Да. Да. 550. 1.3 это. Почти 1.3. У меня 1.42 сейчас будет, это. Но я тебя догоняю. У меня тоже 550. Смотри, я сейчас, в лес буду заходить, не потеряю. Еще мечеть одна. Там, над этой, получается, над такой плато. Ты там в лесу полянка, да, с мечетью? Дим, я тебя вижу, мы у тебя восточнее тебя прям ровно. Между филдом и тобой мы. Видишь нас? Я приподнялся специально. Нет. Нет? Мне прям солнце светит. Ну мы чуть-чуть левее, правее солнца. А что там, на филд не смотрел, Олег? Гляну. Там кто-то есть, там, да, летает низко. В море пошел, кстати. Давай пойдем. Пойдем. Куда он пошел в море? К кораблям или наоборот? Нет, он туда вглубь. Вглубь все, пошел куда-то, да. Каюсь. Да, возле туда на 3000. Вот он взлетел, я видел, пошел туда. Ровно на юг. Если что, зовите, я тупо лечу. А вон кто на восток пошел? Вот он отсюда. На запад тоже. Олег. На запад пошел, видел? Да, вижу, точно. Пойдем, чужой. Пойдем его догонять. Это чужой. От кораблей, хочу... короче, километра полтора, Дим. По берегу. По берегу. Высоту выстрел. По берегу, низко. Да вижу, я под ним. Ты этот под ним? Парфум. На сторону. Это мустанг. Танк в левом там, да. Стоит. С кораблями. В сторону дома сейчас хочет пойти. Ниже опускайся, чтобы он тебя не заметил, Олег. Или режь ему. Блин, лишь бы корабли в нас не пукнули. А он так и трёс над ними кораблями, видишь, что делает. А, это спецфлайер, блин. Я на его высоте могу разобраться. Ровно над кораблями, пробей его. Хорошо, сейчас разобрался. Подожди, а в море кто? В море. Я в море. На низко ли еще? Кто стреляет? Я. По спиту. Пошел вниз. Блядь его? Я на него переворачиваюсь. Давай. Сейчас ты прошелся с ним? Да, я разошел. Я потерял. Я в мой немножко зайду сейчас, чтобы найтись. Он за мной. Куда он? Я за Олегом. За мной идет. Вижу. Сейчас бегу. Давай, тянуть буду. Вправо можешь? Давай, вправо. Я тут с мустангом около кораблей. Ага. Олег, ты пара скоро догонишь? Да, я уже сейчас буду стрелять.
Дима, ты молодец. Кто упал? Нет, 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 я вообще вот около воды, ближе к филду. Твою мать! Не попал, что ли? Я не зарядился. Блядь. Новичка. Он за мной идет. Так и идет? Да. Что, не видел меня, что ли? Внизу. Не, он за мной сейчас. Вот я лошара. Вот он стреляет, видишь по мне? Не, не видел. Ты вверх ускакиваешь? Ну, вправо, да, немножечко. Блин, потерял его. Сейчас остальнюсь. Вы уже сюда воюете, да? Не-не, мы в море ушли уже. А кто тут это, со мной против Мустанга? Пожалуйста, ты? Нет, нет, я вот в российскую лечу, вижу, видео. Женя, нашел нас? Я троих вижу, что-то там около горы, блин. Не-не-не, я в море, смотри, ракету я проверю. Я тоже троих вижу. Вот, я тут патронов сейчас. Патронов нет. Дима, а ты где воюешь? Вот с ними вот. В море ты? Я в море, да, в море. А, вижу, да. Вижу. Сейчас стрельба идет. Кого-то в море вижу, да. Дима, получается, над тобой еще два контакта висят. Будь аккуратен. Понял, принял. Так, со стороны вот Новороссийска кто-то идет. Я одного в море вижу, второго нет. А где спит? Ну, вот он за мной идет. Я этого проверю. Сейчас немножко оттяну я в кучку. Так, Дима, толпы. Где спит идет? Отлично. О, меня подожгли, ни хрена себе. Отлично, меня подожгли. Не, ну просто что никогда бы я не нашел. О, блин, тут это. Стены пошли. Да вижу, вижу. Я сейчас вверх, а он сейчас будет за мной вытягивать. Да, да, да. Я под ним. Сейчас догонять буду. Дима, это ты вот думаешь, да? Да у меня все, у меня аж сгорел на работе. Угорел. Да, пошел, да. Вправо, бросил что ли? Да, да, да. Наверное, тебя, да, увидел. Тебя увидел. Я спускаюсь. Один не успел помочь. Тут вам. А вы где? Видишь его? Да он. Я, короче, давай, я к берегу, короче, разгоняю. В нашу сторону немножечко. Давай. Блин, ну я в прошлый раз. Его не вижу. Так, ладно, сзади, он сзади, иди. Иду. Ага, за мной. Да. МВ куда юг. Давай. Сейчас, подожди. Кураж! Твою мать, да что ж такое, спутки. Все, бросил, разворачивайся. Не попал. Попал чуть-чуть. У нас спит уже чуть-чуть это. Он пошел туда, в свою сторону, да? Нет, 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 мы тут же крутимся, он в гараже стоит. А, ты я, вверх ушел, да? Да, я над ним. Да. Нашел? Да, да, да. Вот он режет воздух. Там не свалился? Нет. Блять, не попал, сука. Ага. Вы возле российского района? Не, мы в район корабли немножечко в море, да, ушли. Возле Новороссийска один на высоте, один в зоне промышленности. Пошел вас искать. Развернулся опять на него. Ага. Ну, сука, смотри. Кис опять падает. Да, закажу. Ты успел стрелять, ебаный урод. А я не видел, попал, нет? Не, не попал. Долго мы с ним, сейчас кто-нибудь придет, блин. Возле Новороссийска три контакта. Это кружится Мустанг. Танк и спит. Женя убегает. Нет, не. А, нет, 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 слава дурашу. Ты над ним прошел? Да. Кто-то дымный там, блядь. Еще попал. Сука, блядь. Как вниз свалиться тут. Уже топлива мало, блядь. Нормально. А еще есть, надо его добить. Ты заходишь сзади снизу. На него.
Нет. А, не-не-не, еще спид идет, короче, с этой стороны. Угу. Я полез наверх. И не тот спид скоростной. Понял. Видишь? Вот ты сейчас по нему стрелял. Да, а не попал. Я-то на вторую пижу. Не-не-не-не-не, в лоб не пойду. Пять, все. А вот, что закончилось, сука. Уходим мы. Сейчас я еще один сделаю заход. Блин, вот эти блики. Темень. Твою мать. Ну нахер. Тебе и пулеметов тоже не осталось? А? Пулеметов тоже нету? Пулеметы есть. Ну что, отваливаем или что? Да хуй его знает. Ну, пошли, пошли. Уже топливо, блин, у меня меньше 100 литров. Давай, давай. Подошел. Пошли, давай. Подавал, ты к нам подошел? Да. А у тебя... не вижу. А у тебя, у тебя есть все? Я полный всего. Топливо надо. Так, ну у меня топливо еще 150, я могу. Жень, ты отходи, да. А, вот. Подожди, а вы где? Ну, где-то в зале. Я вернусь. А, подожди. Так, вижу я спида, ребят, сейчас захожу на него. По нулям он там, блядь, смотри. Да вижу, вижу. Сейчас можно. Смотри, ну тут их двое, два спида. Вот кто сейчас стреляет? Я. Ай, не получилось. Ладно, второй рядышко, второй с тобой пошел. Иди дальше по прямой. Да, понял, окей. Я на этого, который вверх пришел. Одного вижу наверху, второго не вижу. Это я вверху пикирую на твоего. Сейчас, иди. Там второй за вами, он меня вроде не видит. Ага. Так, ребят, падение, падение на вас. Это я падаю. Ага. Бросил. Сейчас поворачиваюсь. Вот сука, ну куда же они летят, снаряды эти ебучие. Олег, кто пошел? Я сейчас вверх вправо. К берегу ты, Жень? Да. Вижу я его. Он в сторону моря пошел. Ага. А второй где? А второй за Женей, наверное, да? Так. Не вижу. Так, вот он в море пошел, я на него. Да, за мной идет. Да? Заворачивайся. А один в море пошел, я на него захожу. Давай, я там помогу. Ты по берегу, да, Жень? Угу. Ага. О, вот он передо мной прямо начал это лечить. Так, я его пробил, ребят. Так, а что ты его, Женя, его не вижу, все чисто вроде. Он направо завалился. Бросил, наверное. А куда он делся? Так, он за мной в 6 идет в море, второй. Ага. Так, я прямо в море тут прыгаю с этого места. Потихоньку в нашу сторону отходи, но топлива уже мало. По-моему, он меня бросил. Блики нехорошие. Ну да, на воде там прям. О, что это там сейчас подо мной было? Ты спикировал уже? Угу. А, да. Давай, я разворачиваю свою сторону. Я их потерял сюда. Они по нулям, то вам крадутся, меня бросили. Все. К нам? В нашу сторону? Да. Потому что я в море газу до отказа дал, они меня не догнали. И к вам пошли по нулям, то тут я их потерял. А ты высоко? Да нет. 500 метров, разворачиваюсь палубу большим кругом. Ну давай, возвращайся, мы тебя сейчас посмотрим, откуда твой. Тебя пока не вижу. Я что-то тоже не вижу никого. Так, я пошел. Не вижу никого вообще. Сколько у тебя высота? Ноль. А, ноль. Слушай, они вдвоем. А, так он за мной борется, ребят, они в море. Все, как за мной нету никого.
Вот смотрите, вот от корабля в нашу сторону, я материк, берег прохожу, а он за мной пытается. Вот я специально поднялся на 1000, хотя высоту 1000 взял, а он с морем, она пытается достать. Ты уже на берегу? Да, вот я ровно на кромке берега. Я над мечетью уже. Сейчас. А, все, вижу кого-то. А вот он еще в море, да? Да. Ага, вижу его. Вот мне опять его. Он тебя бросил, идет ко мне. Лобешник. Так, у меня топливо, я пошел просто домой. Ага, блядь, чужие не все в лоб-то ходят. А ты в море, ой, как блин. У него две пушки, блин, лоб нормально. Ну да, он дрочнет далеко. Смотри, я наверх, он подо мной. Не видишь нас? Вот он стреляет. А, ага, вижу, сейчас к тебе иду. Выстрел только видел. Пикирую на него. В сторону дома своего пошел по морю. А не, верил, что он. Без контактов. Выстрел видел. Вот, по нулям, да? Ну не нули, нормально там. Далеко? Далековато еще. Так, лампа горит. У меня загорелась тоже. Я уже домой подхожу. Она. Так вот, он тебя атакует? Да, он залез. Так, все, я прямо вот прямой навод лечу на него. Через секунд 30 буду. Давай. Сейчас я его вытяну наверх. 5, забираю его тепленького. А ты сзади захочешь такой? Блин! И под руку мне попался. Сейчас перестроюсь. Ага. Сзади он. Все, он вниз пошел. Я у него 6. Давай. Я дублирую. Он меня увидел, вправо в море взял. Ага, вижу. Я сейчас маленько прямо пройду. Вижу твой заход на него. Чуть-чуть попал. Красиво. Сейчас я иду, дублирую. Ты же вверх тянешь, что ли, за тобой? Ага. Нет, я не достану его. Ну ничего. Это не он. Так, пока, прямо пройдусь. На Доре не покрутишься, блин. Нет, ты сохраняй энергию, да. А он что ли в свою сторону пошел? Не-не-не, вот смотри, я сейчас захожу, буду стрелять, смотри. А, нет, а, он опять в лоб хочет. Кто из вас, кто из вас? Я выше. Понял, сейчас попробую. Достанешь его? Да. Нет, мало взял. Эй, блин! А как все было рядом? А нет, подожди, помню. Он тебя, походу, даже не заметил. Нет, заметил. Так, еще давай заход я сделаю, и все, у меня уже... Давай. Где он есть, не пойму. Ты под ним? Я перед ним, сейчас, по-моему, я сейчас подойду, а нет. Не-не-не. Я в нашу сторону пошел. Ну все, отходим, у меня топливо уже ёк. Отхожу. Я сейчас на него еще один заход сделаю, домой пойду. Давай.
уже много, я смотрю. Я пошел домой, корабля. Блядь, как его заметил, блядь? Кого? Да сел, качусь по полосе, блядь, нахуй. А там хер, блядь, выкатился, блядь, нахуй, и даже не смотрит, блядь. Тонул, что ли, прикинь, исчез. Что, может Ты что, воюешь там? Нет, я ушел в море, что ты надумал? Кто-то с проходами. Что видел? Блин, сейчас. Пошел тут движок, встань. Хотя нет, еще литр 20 есть. Пистолет, только одна ракета, что ли? Три было вообще-то. Одна теперь. Сейчас посмотрим. Доложили. Да. О, кто там стреляет? Ну вот одна вышла зеленая. Я здесь стрелял. Да нет, ты там заряжаешься? Да я сейчас другой самолет возьму. На этом уже долго летает. Это опять глюки, блин, или я не знаю, блин. По три ракеты каждого цвета было. Три белых, три зеленых, три желтых, три красных. А три было одного цвета. М? Три было одного цвета. Обычно. Да, это. Всегда заряжены были по три, четырех цветов ракеты. Я нулюшки, были. Нулюшки. А как ты их выбираешь тогда? Ну там в этих настройках. Там команда, да. А, так, то есть зависит от команды. Ну я, ну да, три ракеты был, просто я один тоже с этим фигачил. Там перед. Кто-то выруливает, там я взлетаю. Сажусь здесь. Давай. А ты? Он взлетел. Да не, там. Я пролюшку хотел. А ты взлетел? Блять, нет. Я садился на рулежку, там кто-то выруливал. Городский папа. Давай уже по-правильному делаем. По правильному опаснее, блин, летать. Ну да. По рулевушкам, блин. Слушайте, у вас педали сами подруливают или это. А я вот не обращал внимания. Ну, на восьмой подруливают точно. Я знаю. Там же можно убрать же. Так у меня убрано, вы видите. У меня убрано, блин. Это на сервере не убрано. Скажу теперь с севера. Я взлетаю на север. Не, на рулюшке.
Что, хоть кого-нибудь сегодня? Ну что-то вообще, я сегодня тоже никого не приголубил. Да, забрать. Хоть же выясню. Не, меня сбили. Ну, первый раз так попали, что же загорелся. Обычно дымит и все, а тут загорелся, взорвался. Прикольно. Боекомплект, наверное, взорвали. Да попали, нет, она не спереди шел огонь. Может, как под зад попали, там же бак под креслом. Российск пустой. Где там все эти ребята? А какая сейчас, какую цель штурмят по радио слышно? Я не понимаю. Сейчас послушаю. Включу. Сейчас. Анапа, третья. Анапа. Ага. Слышите? Да. Да, так все правильно. Привет, летчики. Здорово. Привет. Здорово. Кто может подсказать, вот стартую автозапуском на Нейсере. Ну, после взлета почему-то глохнет. Что не так делаю? Шаг винта не поставил, наверное. На автозапуске или шаг винта, или МВХ не включена. МВХ включаешь? Два тумблерочка возле магнита. Справа его поверни. Короче, верни. Ниже этого. Ниже высотомера. Под высотомером два тумблерочка. Видишь? Бомбануло от души. Под высотомером два тумблерочка. Вот верхний должен быть вправо смотреть. И шаг винта. Надо смотреть тоже. А что, автозапуск он это не делает, да? Нет. Только они оба вправо должны быть, да? Нет, верхний вправо должен. Верхний вправо, да? Да, а шаг винта знаешь где? На ручке, на самой? Нет, у регулятора шага винта. А автомат, тумблерочек такой, вот ниже топливного крана желтого. S нажми просто. Автомат включит. Кстати, он автомат, наверное, и не включает просто, и все так, война возле кораблей есть, ребята. Вот. Давай. Он автомат не включает, и поэтому палит движок. Без автомата больше 2.5 нельзя давать обороты. От кораблей в нашу сторону красный гонит нашего, короче, по берегу, может быть. Посмотри, у тебя вот этот топливный кран, где вот P1, P2, P плюс 1, P плюс 2, вот этот желтый рычаг, видишь? Вот ниже него опускай взгляд, приблизь, и там такой выключатель тоже есть. Такой мелкий-мелкий, он черного цвета на черном фоне там. Черненький там. S доллар нажми просто, и он включится. S нажми, и увидишь, доллар. Он будет щелкать вперед-назад. Не, ну мне шаг винта автомат назначен на клавиш. А этот? Ну, этот тумблерочек куда смотрит, посмотри. Сейчас я пытаюсь найти, где он. S доллар нажми, и увидишь. Он будет вверх. Смотри ниже вот этого крана топливного желтого, я тебе сказал. И S пощелкай, и ты увидишь, он щелкает вперед-назад, вперед-назад. Ну я понял, разберусь. Ребят, уже где-то возле мечети. Кто он должен вот эти... смотреть назад? Назад это автомат, вперед это ручной. Возле мечети нашего гонит, стреляет по нашему. Так, взлетаю. А, вы еще не взлетели? Да я около мечети не вижу его. Вот он корабль бомбанул, убегает. Я вот мечеть прохожу. Над морем они, да? Но над побережьем. Вот только что возле моря всплески были. Я их не вижу, блин, но нет. Сейчас иду. Где? Около мечети или где? Ну я около мечети, но не наблюдаю никого. Вот я от кораблей лечу, за ними шел, блин. Красный наш нагнал. Прошла неделя, скажем, не нашел. А берега в тюрьме такие. Ну, в настройках, называется регулятор оборота, да? Да. Shift-S. Мне навстречу, где мы, ты идешь? Да.
Ага, блин, вот это вот, они где-то передо мной были, представляешь? Вот видишь большой дым, вот это он бомбанул. Да, да, вижу. Я профукал, мне надо было ответить, поэтому я не буду. Я сам просто шел за ними. Просто предполагал, мы берем просто что-то. Найдем. Олег, ты не взлетел? Оторвался. Сзади нас есть кто-то, только непонятно кто. А в какую сторону идем? Вот прямо где мы были, там где гора над это. Около кораблей, вот уже свечечку делаю подо мной. По нулям уходит. Там на замочек будет. Тянется. Да, все, все, вот он. Потому что очень, очень быстро идет. Так где вы, далеко? Ушли, ну, да? Около мечети. Около мечети. Оба, на, низко? Ну да, не больше, не больше тысячи. Дима пониже даже, по-моему. Не, я поднял счет. Наблюдаю цель, но непонятно где. А кто дымно идет? О, дымного гонят. Вот, Олег, вот они, Олег. Вот Олег, не взлетел? Взлетел. Смотри, дымного гонят. Нашего двое. Где видишь дым? Вот это я за ними и шел, видишь? Так, а где этот, Олег, ты видишь? Подожди, это наши гонят кого-то. Или нет? Не понял. Не понял, кто кого бьет, блядь. А в каком месте? На напрочь? Да вот, около филда, блядь. Это, да. Я рядом. Наши пиздят нашего, что ли, не пойму. Кто-то провинился. Прошу. Да, да, да. А, не, муса, муса. Все, поставили двигло ему. Ну что? Чё ты стреляешь? У него двигло стоит, блин. Подсасывает. Да я хотел подсосать его, вот он был, ешь. Нормальный. Так, я не такой, да? После третьей обороны движуха какая-то пойдет на деле. Оборона, я называю нашу цель. Ну понятно. Оборона, это наша наземка. Так точно. Вот там двое идут, как крадутся, проверю. Я подхожу. Низко? Низко. Тут было двое, один был. Зарало бы, что ли. Вот я прохожу им. Свой. Пошел. А в море кто пошел? Там вон кто-то идет тут. Над городом. Северный. Над городом я. А, ты? Да, все, да-да. Ты сейчас проходишь меня. Вот, разошелся. Разошел, да. Правыми бортами. А, со стороны третьих кораблей врага к нам идет Татар. От мечети материк, смотрите. Видите? Татар. Угу, вижу, да. Ага, не знаю. Кто-то есть. Филдом. А мне тут там. Блин, он вниз упал, я его потерял. Видите его, нет? Да разбился. Да, он делал-то. Тот, кого я вижу, поднялся. Подожди, кого-то вижу еще. Филду идет там по суше. Не знаю, кто, проверю. Ой, передо мной еще посадка, зараза. Ты сел? Нет,
передо мной садится, я за ним как же. Давай, я тоже еще сильно. Жень, я к этому филду вытянулся по Зеленой горе. Тут кто-то к филду к нашему идет. Олег. Кто меня догоняет на метере? Ну, кто-то не из нашей конюшни, раз молчит. Блин. Слышу, свистит сзади. В сторону. А? На ворот. Но я никого не вижу перед собой. Ну, это кто-то... Надо вас сел, упадет. Тоже срубил. Сейчас это... А кто же это такой, не могу опознать. Я у тебя в шести сел, дивинирую. Потерял, блин. Знает, куда делся он. Олег, а ты куда пошел? Да я уже в районе кораблей. Фу, да, корабли. Я только там есть у кораблей? Пока никого не вижу. На филде тут стоит. Двое. Саны, где у нас топливо? Смотри. Ну туда идешь. Справа внизу. Справа. Желтенький такой. Под красной ручкой желтый этот L написано. А, я думал, это масло, значит. Понял. Нет. Стол в желтой окантовке, ну. Угу. Что даешь? Не летала на мысе еще. Так, идет посадка. Да, обзорность у него, конечно, с караулом. Безнадёга. Но зато он будет быстрее вследить. Если не быстрее надо... его. Я задолбался догонять вас на спите. Решил попробовать на... Ну, на спите, конечно, не догонишь. Чуть только начинает понимать, что я его перекручиваю, тут же сбегает. А что тут понимать-то? Известно, что спит перекручивает. Спит самые манёвренные, что тут понимать. И самые медленные. Самые медленные, да. Олег, где ты? Я над кораблями. Только на удачу ловишь. Высота? Полсотни, очень тебе высоту залез от страха. Блядь, какого хера ты туда залазишь так? Да он же не сам корячится. И уж стекло больно грязное. А чё ж, пока на филде было, надо было протереть. А чё, есть фича такая? Конечно, тряпочку в кармане достаёшь. Плюнул и протёр. Наверное, передо мной кто-то курил немного, засело. Вода в воздухе, вы возле корабля, так понятно? Ну, я туда иду. Олег, два корабля дымят, не хочешь? А, один уже. Хочешь подсосать корабль? Так там они красиво горели. Там, скорее всего, еще и зена есть, но нахер. Сейчас пулеметика, трррр.
Где она была там? 50 очков, блин. Последний попал. Подзерну. Завар, ты меня вчера, кстати, сбил на спики. Да ты чё? Ну да. На верхней точке меня поймал, я не успел развернуться. В каком эпизоде, я не помню. Вчера где-то в это же время попал. А, это когда возле филда. Статистики посмотри. Возле филда? Так, Олег, я у тебя справа, посмотри. Да, возле филда. Лево. Вы, а. Олег. Это мы над тобой угорали, когда были одиночными. Не, я... Да я издалека. Олег! Сейчас смотрю. На тебя кто-то падает, блядь. Если это ты, конечно. И вот передо мной какой-то контакт. Где? Просто не знаю, кто подойдет, посмотрю. Так что ты куда пошел, Олег? Я к этим, к зеленым горам. Я просто, в тебя попал где-то 700 метров из пушки. То есть это нереально попасть в такое расстояние. А я в тебя раз, второй раз. Тебе повезло, короче. Да, да, второй и третий раз. А мне было так обидно, развалил меня полностью. Да, 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 да. Сначала я так назад посмотрел, смотрю, у меня мастится. Начал маневрировать, смотрю, попадание, мне отлетает хвост, блядь, дают твою мать. Потом второе крыло отвалил. Ну да что ж такое-то? Вы где все так научились стрелять? Да это просто, да, везде. Олег, везение. Ты над кораблями, нет? Нет, я пока сейчас на зеленой горе. А вот фара, фара на шестиду, никто не наш, это нет? А спидфара вижу. Так, мустанг от корабля. Спидфара от корабля идет в нашу сторону. Я мустангом иду в нашу сторону. А это, по-моему, мустанги, блядь. Два, блядь. Фара идут. Меня пока не видят. Смотрите, это 362. 362, это гораздо. Так, а там, нет. Что? Это мессеры, ребята, это вот свои, блин. Разошлась пара. Подо мной мустанг идет. Кстати, ты пушку зарядил на мессере? Да, да. Кто-то за мной увязался, интересно. Проверил, стреляет. Я вот за кем-то на шести иду. Олтим, ты? Да, да. А, за мной, значит. Это странно. Только пошел. Не врежься, аккуратнее. Да, аккуратно, я только... нормально контролирую. Да ты-то ладно, нормально. Я-то ненормальный. А чё ты? Я себя не контролирую. Не, надо контролировать. Могу не сдержаться. Выстрелишь? Не, врезаться. Спутный след попасть и врезаться. Я за ним лечу. Задымил, блядь, но не падает. А, блядь. Это ты там пробил кого-то, да? Света, да. Над лесом. Да. Вон, ты видишь справа у нас? Над лесом в нулях. Да, дым, да, белый, да, дымит. Двое. Вон там Женек глумится над кем-то. Справа не вижу никого. Ну, вот под носом у тебя. У вас, блядь, под носом, посмотри, внизу. 10 снарядов у него. Белый дым у него. Дымит, блядь, вот. Видишь? В нулях белый дым. Над большим лесом. Блядь. Над большим лесом, вот белый дым, видишь? У тебя перед носом. Ну, блядь, не вижу. Да ты чё? От нашего филда спит. Не падает. Не падает. Ну что, спускаться, Жень? Не знаю, сейчас попробую зайти. А, вон, вижу, белый крутится. Ну, да? Спустись, помоги. Так белого добивать? Да, да. Если не меня. А он, по-моему, падает. Поднимется у тебя рука на спита. Подожди, подожди, он, по-моему, падает. Сейчас я еще добавлю. Блин, в его сторону еще разок. А, он садится на вынужденную, все. Еще не будем добивать, ладно? Я к филду по нулям. Я думаю, стандарт у меня такой-то. Падает. Рядом есть. У вас тут кусок упал. Ну я его добил. Все. Ага. Так. Не ювал это, блядь. Вот тут будет опять дисконнект и писать. Там упал.
Ультим, видишь меня? Ты где? Я у тебя был западнее его. Я пошел на юг, в море. Я не вижу. Далеко, наверное. Блин, это палка еще перед глазами. Что за палка? Ну, остекление. Железка с дыркой. Представляешь, сука, дисканул быть, Олег. Да ты че? Пидорас, а кто? Ну, знаю. Посмотришь потом по так пиву, у меня не стоит так пиву. Я его ударил. Бир отсоединился, Миша. Рядом с дома заю нашу. А где? Да прямо рядом, где-то по нему работает. А, ну это пока дойдем, я уже ставлю. Ну что-то как сегодня наших вроде противников мало. Еще не грамотно. 62-й были, сейчас. Я как-то тоже пробовал, но Мустанг, но что-то его совсем не понял. Не, хороший самолет. Приятненький самолет, да. Так, я вижу, кто-то идет по берегу на трешке. На нашу третью цель. О, там над кораблями воюют. Я домой пошел, у меня оружие. Все оружие на него расстрелял, блядь, так он, сука, дисканул, блядь. Ну вот да, вот это и обидно, блядь. Отключился, блядь? Да. С сервера. Он упал, и с сервера вышел, отключился от сервера. И его не запишут тебе, что ты его сбил. Вот сволочи. Уроды, блядь. Если ты его попадал, записывай. Да нет. Нифига, сегодня он. Это если он с сервера вышел, понимаешь, сразу, отсоединился от сервера, тогда не пишут. Ему смерть пишут. Но поражение ну, не пишут. Мне его не записывают. То есть мне очки не идут за это. Два мустанга крадутся наверху, к нашему холду. Я по нулям, я домой иду. Не на пулемет. Наверху это как? Тысяч, блин, потерял. 1004, наверное, было. О, наверное, я в нулях иду, они меня не увидят, я думал. Прекрасно. То есть, значит, я вчера вас повеселил, да? Не, ну не нас, но я потом, кто потом смотрел видео? Ты ж на видео себя увидел? Нет, я в процессе боя. А, в процессе боя посудил. Это удачное попадание было. Да, вот это удачное попадание, это он был. Красивый был. Я как раз смотрю назад, как у меня хвост отлетает. Твою мать. Я видел, блин, я начал маневрировать. Вот мы видим. Мустанги надо на покрутить, да? Да, блин, ну я их потерял. Где-то выше. А, вот они. Она позаговорила. Они к фунду к нашему идут. А я садиться собрал там, блядь. Так, а на каком высоте они ехали? На пятёре. Они очень высоко. Очень высоко. А где инверсия есть? Да инверсия на 10. Не, инверсия выше будет. Так, а тут еще кто-то. Так, они меня увидели, походу. Да. Ты не выбираешь? Ты вниз их спустить не можешь, Олег? Да это какие-то деловые, скорее всего, они не пойдут. Просто один пошел наверх вытягивает меня. Сейчас попробую спустить. Где, над филдом или где? С юга сейчас буду филду пикировать, он сейчас, может, за мной пойдет. Посмотрим. Один просто наверх пошел, видать, такие. Вот это 362. Чучары. А второй развернулся и на тебя не заходит. Думаю, что я его не вижу. Да, спускается. Откуда падаешь? С юга. С юга, давай, филду его. Да, это он зря. Не вижу ни хера, я в нормях. Я тоже подхожу к Анафе. Да я сейчас его сам уже. Еще не сломаются. Какая высота? Ну, уже душка, наверное. А второй, смотри. А второй наверху остался, он его бросил.
А вот это ты сам справишься, я отхожу. С ракетами или хера себе. А, вон. Да ты за ним гонишься, да? А где он есть? А, вон. Да нет, ты за ним гонишься, он у меня пока на шести. Он у тебя на шести? Да. На лист выкили, да? Ага. Вижу, я иду к вам. Вроде на загаром или будет? Ага. Ты вверх пошел, Олег? Да, 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 да. Давай, давай, сейчас я его ебну. У меня пулеметы, сука, ну все равно. Для мустанга. Ух ты, попал, нихера себе, что какие-то хитрые. Вижу, такие, хорошие. Вижу, работают наши. Да он у тебя близко. Валился. Моя очередь. Так, блять, потерял вас назад, смотри. Да ты че, я ж дымлю так. А, он на закрылках. А вы, кстати, на маневр закрылки выпускаете? Вы куда ты ушел, Олег? На озерах. Смотри, сейчас буду стрелять. В его сторону. А, вижу. Догонишь? Вижу. Я просто не знаю, что он меня повредил, блин. Не могу гнаться за ним далеко. Над городом кто идет? Я за ним иду. Вот стреляю. Да, да, стреляю, подсвечиваю. Вы там осматриваетесь, второй где-то еще недалеко. Да? Ну я в таком разгоне хорошем. Ой, я его вот задымил. Так, сзади кто-то идет, я не пойму. А да, вы осматриваетесь, потому что. За вами, второй. За Олегом я иду. И я еще иду. В дыму не видно ни хера. Ох ты. А это по земле, что ли? Деревья должен влететь, блядь. Меня, сука, вытянул. Кто там дымный идет над лесом? Да мы вдвоем дымим. Ты не дымишь у меня, Олег. А, я не дымлю? Нет, ты не дымишь, Олег, все нормально. А кто там гонит? Дымный гонит кого-то. Ну вот, видишь, значит я дымлю. А у меня ты не дымишь. Да, у меня ты не дымишь. У меня мустанг дымит. Ну ты сейчас в сторону на ворот идешь, правильно? Да. Нас трое, мы вот втроем. Втроем идем. Четвером даже. Ну я вижу только дым далеко. Далеко это я. Дымный брат. На окуне. Все, я пустой, разворачиваюсь. Догоняю. Давай. Я на горе не могу выражать. Ты Муся, наверное, да? Да, Муся. Эстафету принял, Олег. Ага. Я за тобой там где-то ползу. Сейчас я расстреляю. Все, взорвался, завернул. Убил, да? Вон дерево зайдет. Не, я даже не успел стрелять, Олег. А, мне написали, что? Он, ну, в дерево въебался, блядь. В дерево, да. Красиво так, блядь. Смотрите второго смотрите, аккуратнее. Двое было. Сохраню, блядь, посмотрю потом еще раз, как он красиво так в дерево, вспышка такая. Огненная такая. А со стороны нельзя посмотреть назад? Можно, Олега настрелять. А. Не, я уже отвернулся. Не, ну, я у себя на записи, на... А, она косячит, навряд ли. Трек нет, ты там западаешь. Куда идем, Жень? Я домой, у меня на хаосе нет. Ой, тут меня атакует кто-то. Вот, так. Я говорю, второй смотри. Так. Где ты? Вот где мы с тобой были, на третью оборону ухожу. Давай. В нолях? Так, кого-то вижу, блин, на высоте.
Так, кто-то он что-то за мной не пошел. Он вверх пошел, да? Ну, типа того, да. Вот он потерял, что ли. Вот где мы с тобой были, в сторону моря смотрели. Да он уже домой наверное, шел, собственно. В обратную сторону. Да я уже сейчас где-то и канапе подхожу. А, ну. Сейчас на Донапу. Стата, походу, не работает, что-то никому ничего не пишут. А, ну, наверное. Сейчас же этот разбился. Не записал. Да, да. Надо есть. Там посмотреть. Вы же в него не стреляли? Я нет, я не успел. Значит, что-то состав. Так, так, я домой иду, у меня сопляк. О, лампочка, ёпта. А я дымлю, говорит, не дымишь. Дымлю. Дымишь? Да. А у меня нет, я тебе говорю, я вот за тобой шел, ты чистый. Мустанг дымил, а ты нет. Вот это глюки ёбаные, блин. Так, подходите, обеспечиваю посадку. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in die K9 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in die K9 erkannt. Achtung! Da Rakete sage ich. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in die K9 erkannt. Achtung! Югу на полосу сажусь. Давай, я тоже сейчас с юга буду. Блин, кто там стоит? Отъезжай, чувак. Стрельни по нему нахуй. А мне нечем. Я только плюнуть могу, но это далеко не доплюну. Ракетницы. И уже ракетницы. Блин, его еще и дрифтануло. Ё-моё, уезжай. Давай я его расстреляю. Ну. Давай, ё-мать. Пошел на второй тур, блин. Я на него зайду, блин. Да не надо, ладно, может на какой-нибудь новичок. Не надо, не надо. Надо просто рядом стрельнуть, чтобы предупредить. Дал, дал бы газу и съехал бы, ну елки палки. Поворачивай. Так, сажусь с юга. Давай, я буду на рулежку. Вроде, блин, на это. С севера на рулежку садись. Гора хороша, конечно. Пока большой, топлива много, блядь. И пигирует бешеной скоростью до 900, по-моему. Да. Только этот маневренный бой противопоказан. Ну, это да. Что есть, то есть. Да, вон еще, ЦМФ, он на ней крутится нехило. Перекручивает мустангов в легкую. Мустангов хуйня, он спитов, блядь, даже хуярит на да, ней. Да, да. И Джек, я как-то гонялся за одним дурой какой-то. Такие кульбиты делал прям. Как рабатика какая-то на месте. Да, у нее. Я хуевал просто. Ролл очень хороший. Лучше всех ролл здесь. От спеца прям самое то. Бочки делают. Ты полетел. Да как думаю? Я, сука, даже прицелиться не мог. Вот мы с клевером как-то слетались, он там завяжется, начинает убегать, заманит, и я чпок сверху. Попробую я зайти со стороны моря, блин. Ремонтироваться. Привет. Здорово. Привет. Летаете? Ага. Миш, а у тебя пружина да. Какая на этой, на Диане? 8 или 30? Ты имеешь в виду Джопли? Да.
Я вчера посчитал, сейчас у меня выдает 27 джоулей. Значит, 30 миллионов. Да, никого не пишет статуи, ни тебе, ни мне ничего не записали. Да, да, да. Вчера пришли данные, пуля 0,67 грамма летит со скоростью 281. Да вон я сегодня видос смотрел, пробивает там 0,8 нержавейку с 15 метров. Да я Мише скидывал. А. Там неправильная нержавейка. Нержавейка, нержавейки рознь тоже, блин. Ну да. Вот эти чашки, это она как алюминий почти что. Дерево самое лучшее. Так, ты распакуй файл доску, куда-нибудь в сторонку. Там один возьми, файлик короче. Просто его туда надо сунуть. Распакуй, конечно. И там всего лишь один файлик будет. Вот ПМ вот эти документы. Вот, которые шариковые пневматики, знаешь, которые баллончиковые. Вот его туда сунешь и все. Олег. А, что вот говорил? Знаешь, тут ижевский этот, Макарова, который баллончиковый. Ну да, да, да. Шариками стреляют, которые. Ага. Вот первые 10 выстрелов, доску я не помню. Дюймовку, по-моему, блин, насквозь пробивает, блин. Метров с 10 мы стреляли, блин. Да бутылку шампанского я видел на моей лапе. Да это били. Бутылка шампанского, он шьет на вылет. Шифер, промышленный шифер этот толстый. Шиферину пробивает, блин. А вот в ногу на спортмассан свистельного. Сантиметр, ну, да, короче, он сам достал его пульку. Даже меньше, ну, даже меньше 2 сантиметра. Это, может, уже там баллончик был расстрелян. Не знаю, прям нас пробивает в споре. Он через джинсы стрелял? Тут же, да, через штаны, тут же здесь прям и ножницами вытащил сам. Ну это правильно. Не глубоко прям. Он больной на голову, пацан, ну, что он тебе в голову, да, не стрельнул, да. Второй пуль, наверное, не было больше. Не было боевого, да? За то, что вот эти вот, ну они это, блин, косые, блин, ты шариковые, блин. С него никуда не попадешь, блин. Чисто напугать? Нет, ну в человека попадешь, я имею в виду, если так вот стрелять, например, там по воробью или там по таким мелким целям. Ну, жига, конечно. По мишеням. Там разброс везде, потому что там, короче, шарик, он меньше, чем диаметр ствола, блин. А, даже так? Да, он чуть-чуть меньше, и он один туда летит, другой туда, блин. Вот пулька из кировской воздушки, вот она точно плотно туда входит. Вот ее с нее стреляет точно, блин. Там же нарезы еще. Да. Вы летаете. В этом нету нарезов. Я не помню, есть там нарезы или нет. Я не помню. Нет, нет, так там шарики эти латунные, какие там нарезы. Нет, они не латунные, они стальные, а латунью покрыты. Ну, она же все нарезы все равно сотрет потом. Там, по-моему, нету нарезов даже. Потому что это круглые. Я вот не помню. Я к тому, что если ты будешь этими шариками стрелять по стволу с нарезами, потом нарезов не будет. Это да, да. Да, так, по-моему, там их нет. Вообще офигенные. Я сам офигеваю. Че-че-че? Да тут люди на стриме. Я профилем поделился тем, которым мы пользуемся с тобой. Да, да, да. Трекер, да. Лучше стал. Я готов взлетать. Так, меня отремонтировали, я, наверное, свеженький возьму. Там, мне кажется, боливар не выдержит второго вылета. А юху взлетаю. Бля, ремонт раз 10 попробовал, ничего не забыл. Молчит. Да, прям подбешен. Попробуй винт погнуть, тогда появляется, я так делаю. О, блин, я, по-моему, сейчас матываться надо. Возле Новороссийска. Подрался я уже, да.
прогнул специально. Вышел и прогнул? Нет, запустился, блин, нажал на тормоза и дал газу, блин. А, эти ремонтируют? Сейчас попробую. Так, если ты запрашиваешь ремонт и не ремонтируют, еще одна причина, у тебя нет повреждений, да, которые да. ремонтируются. Не, ну, нет. обычно время не идет, когда нет повреждений, но он все равно говорит что-то. А, да, он квитанцию он должен сказать, да. Когда крылья оторваны, а он... А сейчас вообще ничего. О, ремонт прошел. Кто на юг слетел? С 13 раза, представляешь? Ёпта. Я слетел. А, за тобой. Перезарядка со второго. Копченый возвращается на юге. Кто-кто? Копченый какой-то. Какой копченый? Ну, дымит. А, наш? Наверное. А то б зенитки уже били бы. А нет, бьют зены, ё-моё. Он идёт, да, лечу, да. Лечу. Все, его сломали. Он дернул ручку, отломил. Крыло себе. Так, надо напой, надо напик где-то полторашка. Прям над этой наземкой. В сторону Новороса летит. Удобнее полечу.
шарами со спидом кручусь. Взлетаем. Да, еще какая-то заморочка. Наверное, впереди вас получается, я вот не вижу. Ты что, не сможешь? Анапой, я над Анапой. Да что-то я его близко подпустил. Требую, да. Море сможешь подвернуть? Блять, не вижу вас. Душа над Анапой. Да я тоже над Анапой. Северная концовка. Бросил, что ли, меня? На него схожу. Блять, да что ж такого? Наблюдаю вас. С воды в хлам идем. Ранение с озерами. А вот игра. Да, на север озер. Я люблю где на работе. Куда ними, чтобы мы тут не одни? Да, да, хорошо. Я уже сейчас уже рядышком. Я канапе вытягиваю сейчас. Давай. Прямо. Давай. Все, он за мной пошел. А, хорошо. Сейчас. Твою мать, да что ж такое сегодня весь день, а? Не снял предохранитель. Требовался. А, нашел. Он сейчас к деревьям подошел. Да, вот вижу, вижу, бегу. Все, бросил, Миш. Да, вижу. Ветер тут южусь. Надо нахуй, ни хрена вас не вижу. Мы в жестких нулях. Да, в правом вираже. Я за тобой. Ему, походу, пофиг, да? А, не, горит, все, с кобздаем. Да нет, я огня не вижу. Горит. Ну, лупани ему еще. Угорел, я думаю. Дым-то есть, вот я вижу. Все, ну, там, все, видать, или ПК ему. Горит. Ну, лупани ему еще пулемет. Это жжет, патронов не надо. А ну, видать, пока, видишь, он аж боу, красотища. Смотри, пионером. Да где вы? Так и не увидел. Север, а север Анапы. Вон эти сыпятся. Миш, ты рядом жужжишь? Да. А, вижу справа, слева. Ой, блин, я, короче, видите, задрался настройки NVIDIA.
такое качество картинки просто супер. Как игра новая прям. Так а где ты задрал это? Какой колонки? В настройках. Как она называется? Там две колонки, старые, которые. Сейчас подожди. Настройки 3D графики. Блин, не, как там, не знаю, забыл. Там две системные, а вторая вот какая там. Программная? Да, программная. И все, что можно, и все там. Подмышленную видюху, короче, там. Все, что можно, я все поставил. Просто вообще, блин. Олег, у тебя натув сейчас какой? 1.43 где-то так. О, смотри, глобальные настройки, а ты программные, да? Вот программные, да. Я поставил туда свою игру и выставил все прям почерпно. А, да это, наверное, по-моему, ничего не меняет. Ну вот и говорю, сейчас вот поменял, прямо говорю, как будто чистенько так стало. Я для этого, для Боба только там делал. Я даже свои стримы сейчас смотрю, просто такая красотища. Раньше так. Раньше смотришь, блин, там говнище. А куда мы идем, Миша? Сюда. Ко второй просто прогуляться там. Там на обед двое наших, по-моему, было. Кого притащу к вам? Давай тащи. Может, к горам пойдем? К береговым. Взлетаю. Я просто пушки настрелял на этом спите, дофига. Я вчера твой стрим посмотрел, как ты снял это. А, да, да, ты офигел? Да, да. Я сейчас был ультим. А, да. Я сейчас пытался точно так же спить этого спита. Я сейчас пока потратил на эту. Не, ну вчера там красиво было. Чтобы я был на. Не на. Я был на. Как это? На спите, на спите, да. Верхней точке мне лупанул. Миш, видишь? Нормально. Миш. Под нами, под нами. Да, да. Давай, буду дублировать. Не, давай ты сходи. Валяйся. Я уже отвернулся. На Зеленых горах. Район наш второй сезон. Сейчас будет штурмить нашу цель вторую. Найдем к ней. Взлетел, иду к вам. Это было на Анап? Не-не, второй, второй. Зеленые. Зеленые горы. Нажми левый Alt B. Миш, я пикирую туда к нему. Ты тоже? Где ты, чертяга? Тоже профукал. Тебя вижу, я вижу. Это с левой стороны от Анапы, да? Ага, это, да. На наворот смотреть, да? Угу. Бля, да где ты есть? Да, вижу, все, нашел. Видишь? Да, нашел. Тебе хорошо. Он сейчас к горам подлетит, мустанг. А, все. Зелененький. Давай, я буду дублировать. Это где третий аэродром, да? Куда, в ту сторону? Не-не, может, к нашему аэродрому подходим. Я ушел наверх. Так где мустанг этот? На второй? Между второй и филдом. Город большой. Северный город, ну, филдом. А, вижу. Я на встречу вам. Да там еще сейчас его плотно сидит. Ничего не видно. Миша, ты стреляешь? А что там не идет? А, во, хорошо. Это не особо какой-то живой. Я что, в другой игре? На другом серваке, может быть? Стреляй, у меня, блядь, шесть. А ты левый шест здесь нажимал? Шесть у меня тебя? Ну, это... Где ты? Я понял, о чем ты говоришь. У меня это партнер не работает. Жень, где ты? Да вот от города там над большим. Миш, ты справишься? На шесть сел, блядь. Да. Жень, спусти вниз, а то я не вижу вас.
Над большим городом вниз. Дым ты видишь какой-то, да? А, все, вижу. Ты дымишь, Джек? Да. Силу, пойму, тебе, он не попадал силу, силу тебе видел. Так, это Мустанг, блин. Вираж, 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 вираж. Да вираж понятно, блин. Так я его не вижу из-за дыма, блин. Я у тебя слева, слева. Поверни влево. Последи, гоню. Я справа подхожу к вам. Ага, вот так. И вниз. Дергай что-нибудь, а он прям близко к тебе. Я на закрылках его пытаюсь перекрутить, блин. Можно, когда он меня теперь попал, может, теперь не... можно прямо. Ты подошел? Подошел, но вот вы так круто зашли, что я не заснул. Ну, слушайте, я уже сейчас его съем. Блин, глянь, какой жадный, не бросает. Бля, ёбнутый, блядь. Да. Отбить. Ну, вот понимаешь, что ему уже... Не бросил? Нет, 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 сейчас. Живи, живи. Блядь, я в его спутный след попал. Твою мать. Всё, наёбь, ты дурак. Ты по талайм пошел, что ли? Где он? Да сзади, сейчас. В спутке в его. А что ты не можешь его ёбнуть, Олег? Я в его спутке, сейчас, сейчас. Бросил? А, нет. Твою мать. Все, уходи. А, нет, опять сел. Да что ж такое, а? Кто-то упал там, это выглядит. Это мой упал. Иду к вам. Кто-то стреляет. Да километров. Я вот долблю. Дымит весь, но им похер. Где он? Гастелло, блин. Блядь, когда он меня попал, что я задымил, я даже не слышал ни звука, ничего, блядь. Вот, блядь, сука, стреляет на. Второй дым не чужой. Олег, ну вот... Вы меня спасете, блядь, или он сейчас меня убьет, блядь. Ну, пытаюсь. Как можно в него не попасть, блядь, ёпта? Да он дымит, дымный, я же его не вижу, где он есть, где он. Я вижу. Да, вижу, вам. В метку стреляй, блядь. А я же их отключил. Вести подошел? Да. Забирай. Кто-то еще подошел с вами. Да, кто-то через меня стрелял. Вот, через голову аккуратненько. У меня мотор. А, у меня шаг выйдет, блядь. А нет. Как работает? Так что он у меня... Это я иду за мной. Нет. Ой, блин, кто по ней отпадает? Через голову не стреляйте. Цели за нами идет. Кто ж через год по мне стреляет, ё-моё. Да это по тебе стреляю. Кто? Посмотри. А, да-да-да, Мустанг, Мустанг здесь еще. Оба, она где? Наверх пошел. Дымные где? Наверху, да? Да. Вот видишь его? Вижу, вижу, я сейчас на него пойду. Так, он меня бросил или он отпил? Да-да-да-да, бросил. Если ты на него так круто заходишь, да? Да, мне надо не скучить. Уебище. Понял, я так по вашему хотел бы. Не, чувак, не получится у тебя. Так, на вами висит я на него. Моя очередь. Давай заходи. Убейте эту падлу, блин. Она меня ранила. Да, он меня увидел, блядь. Я его пробил, прохожу дальше. И заделал. Горит. А, ну. Он на кого-то падает вниз. Не трогай, не трогай, не надо. Ну, все. Хорошо. Еще кто-то подошел. Тут два горит. Еще один подошел. Да, сейчас. Все зато добью. А, все. Кто заходит, кто вверх, кто вверх. Я. Ух ты, спит, точно. Ага, куда мне, говори.
Прямо сделай, я на него прямо хорошо нажал. Давай. Идет. Скажешь, обрызг. Так. Идет? Сейчас, подожди. Не спеши, подойди поближе. Все, да? Ага, красава. Только вроде я спину, да, горится нормально. Да, спину. Блин, горы, ребят, нет, больше не нравится. Да она офигенная, если научишься на ней, это будет вообще шик. ДМ поправишь? Да, вооружение такое хорошее. Да, если бы она еще по-чистому бы. Ты на восьмой. Не на Доре. Так, ну я пошел за патронами. Аналогично. На севере? Да, на дальнем, метров 500. А, вижу тебя. Ну, давай, это на рыжку все. Пока дышь, что садится. Не мешать ему на посадке. Стрельбу-то видно всем, надеюсь. Встречу, Миша, кто-то есть у тебя. Миша, у меня нет в пули, сука. Я от тебя слева стою. Жень, тебя, походу, не отремонтируют. Я ремонтируюсь уже. Самсон. Ну, потом как... меняй самолет. Конечно. Как ты куришь заметно за пару километров. Да. А я, кстати, сейчас вот у меня дым потух. Вот сейчас. А я дымлю, да, у вас? Да. Вот это глюки, блин. Дымил, а потом потух, когда вот ремонт включил. Request rearming. Copy. О, опять дым пошел. 40 секунд осталось дым. О, то он то появится, то пропадет. В сторону моря захожу на посадку. Кстати, смотрели в новостях сегодня, Свердловский самолет этот на брюхо сел, военно-транспортный. А, что-то я видел, да, такое. Россия вон такой-то. Какой? Ан-24, что ли? Ну, типа того. Rearming complete. Да, я тоже заметил, что Антонов, а какой, не знаю. Или Ан-12, не буду врать. Скорее всего, Ан-12, да. Четырехмоторный? Двух. Двух. Он 12-4 мотор. А. Да, тогда Ан-10 мой, оно недавно не летает. Ан-10 это гражданский вариант. Это гражданский тоже вариант Ан-12. Четырехмоторный. Двух это ли или ну, Ан-26. Ан-26. Ан-30, они все идут. Ан-30 военный вариант, Ан-26. Ан-24 это пассажирский, ну, там модификации до хера, они их путают. У него передняя стойка шасси не сработала, и он на брюхо четко сел, потом
крылевые шасси выпустил, а перед грузовик поднял на нос его и укатил. Ты представляешь? Молодец. Экипаж, я считаю, очень это. Со стороны материка буду заходить. Возьму Каядору тоже. Давно на Доре не летал. А я когда Дору беру, меня сразу ПК-шат, блядь. Дори, блядь. Да, я знаю. Давно меня не ПК-шали. Так, ну чё, я готов. Взлетаю на север. Я на юг взлетаю. На север. Дори крутится противопоказано. Вот там вот, заходите. Это мы знаем. Трамбез меня пытался. Давай, Хотя я с мустангами крутился. Ну, смотря кто на мустанге сидит. Да, смотря кто на мустанге. Меня на мустанг посади, ты, конечно, меня перегрузишь. А что, ты на мустанге не умеешь летать? Нет. На Доре. Как его попрямую? На Доре штурмить люблю. У нее там есть чудо-оружие, ракеты. Кстати, водолаз, не знаешь про чудо-оружие, ракеты? У Доры. Одна ракета убивает кораблик. Я взлетел. В сторону Тарасулева нашей на земке. Театр. Чё? Я не дымлюсь? Может, фонарь не оторвать, без фонаря полетать, так хорошо? Нет, нормально. У меня с движком. У меня масло зашкаливало. Пошёл на возврат. От себя? Нет. А, ну на себя на сервису. А, вот сейчас остыл. Странно. Что такое было? Ладно. Что делаем, куда? Ох, как их много, а где не все есть? Возле Новороссийска трое летали, вот я оттуда к вам пришел. Почему-то они там набирают высоту. Пасутся. Не, я сяду, что-то у меня опять он. Что-то какая-то хрень. То в нужный момент встанет движок. Пошел. Даже могу. Что-то у меня масло. Стрелка наверх показывается. Водолаз-то куда? Я Новороссийск пролечу, посмотрю, что там творится. Нет, я не вижу ничего. Миш, а ты где? Я к тебе подлечу. Мне послышалось, ты меня подлечишь. Кастуй ману. Надеюсь, не проктолог. Я севернее озер. Буквально. Два километра. Подо мной или надо мной? У меня 1500. У меня двушка, значит, ты подо мной. Вот. Наверх посмотри. Вижу, я тебя все, куда я.
Я справа от тебя, ниже. Да я смотрел, на земле плохо видно. Справа. Так, подожди, подожди. У меня справа. Моя высота. Это... А ты направо посмотри. Смотрю, ничего не вижу. Вижу. В море. Пошел к нему, проверю. Он такой увлеченный на тебя, кстати, идет. А, все, 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 тогда я с ним сейчас на лобовую. Это мустанг. Я, Миша, за ним иду, давай. А он меня не видит. Он тебя... Он тебя не заметил, прикинь, я у него в шести. Давай, 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 давай. Ага. Я ниже, ну как, крадусь, чтобы он меня не видел. Если у него свисток не сработает. Так, он вниз пошел. Сработал. Ну он этот, не рулит, такой этот, вверх-вниз. Может он спит? Время, нет, время-то он... позднее. Он рядом со мной, а, я думал ты спит с китярой, говоришь? Не. Ты вниз погонимся? Да, да, давай. Только не разбудите. Да вот он, походу, заметил нас. Убейте во сне его, чтобы оно боли не было. Эх, дурочка. Не любит крутиться, бля. Так есть что на мессер, я с ним скручусь. А-а-а. Не пойму, он со мной или с тобой крутится. По-моему, со мной. Давай в море прямо стану. Может, дурканет на меня. Я его потерял за перекладиной. Он. А вы где? К нашему филду. Это от третьей обороны, между третьей и второй обороны. Да я понимаю. 2000. 2000? Ага. Да. Миша, я на него опять иду. Давай, 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 я сейчас найду вас. Значит, он перед тобой. Подожди, тут целый. Упал, значит. Вот так, перед тобой внизу война. Кто-то кого-то атакует, стреляет. Сейчас посмотрим. Так, вот прямо вот, я на них несу, короче. Кто-то кого-то атаковал. Одного вижу, второго вижу. Потом этого кашу тебя атакует. Прямо в жестких нулях я падаю туда. Видишь стрельбу? Да, да, да. Это спит кого-то гасит. Сейчас, может, не получится. Где? Там же, между второй и третьей? Нет, чуть-чуть в сторону Новороса надо отлететь. Это-то мустя. Блин, слушай, мне вообще не под руку попалось, я прохожу. Это мустанг, там мистер гоняет, Миша. Тут еще и спит был. Мустанг над деревьями, а желтоносый на него пытался сойти. Как он терял? Они все по нулям. Вижу тебя, вижу мустанга. Ты у него в шести тоже, да? А откуда идет? В сторону Анапы. Ох, я так хорошо на него зашел. Дашь мне его? Забирай. О, врежешься. Блять. Врезался? Ты врезался, но я не взял его. Вообще не. Можете искать, где вы? Где вы? Блин. А, во кого-то вижу. Посмотрел. Короче, уже в сторону. Слушай, как ты не попал? Да я давно не стрелял, я вообще кашу. Так, вижу мейстера, его не вижу. Я на нем. Давай. Вообще всех потерял. А где замес? Ну, что? Новорус летит.
в этом же. Откуда по нему стреляет? Ты издалека не попадаешь, не попадаешь, не попадаешь, не стреляй, не стреляй. Собственныш, наверное. О! Кто влепил ему? Я. Молодец. Нифига себе, вы отошли. Вот он дым, да? Да. Далеко. Бах. Убили? Да. Упал. Вас там трое. Вас трое. Слышите? Вас там трое. Да, да, да. Все правильно? Да вроде я не вижу никого. Сбили этого мустанга? Так он под нами шлопнул. Ты не смотрел. Ну он упал, да? Да, 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 но... да, да, да. А, ну все. Куда вы идете, ребят? Ты домой идешь, да? Да, собственно, начнем. Тебя пошли. На кого-то заходит. Около Новоруса. Севернее, это ограбление. Вон, на кого-то вверх мут, по-моему, пошел. На корабле, в материк они, короче. Около Новоруса тут. Стороны Новороссийска такой больно-больно скоростной в вашу сторону прилетел. Там высоко вы, да? Да. Оба, да. Так, у меня мустанг 6. Где ты? Иду к кораблям, короче, грубо говоря, в море. Вижу. Бля, ты упал, ты упал? Да. Да. Все, я прям иду в море, ребят. Снимайте мне его. У тебя скорости больше. Я 700. В море от кораблей? С материка в море. Вот ну, в районе от материка. Ну, на море лечу. Передо мной где-то корабли, короче. Так, он меня бросил, что ли, Миш? Не знаю, возможно. Но с тобой ты влево. Так, над горами, над горами. Вправо, вправо, с тобой идти. У кого-то зачем над горами 6. Плотная, смотри. У меня? Возможно. Вот сейчас ты где шевелился? Плохо все видно. Я шевелюсь. Вправо. Блядь, не вижу. Вот сейчас ты сейчас сделал развороты 6. Да, да, да. У тебя, значит. А ты где? Я наверху. А все, где 6? Он, по-моему, он разбился. Упал. Меня заходит. Меня над горами заходит. Иду к побережью, к этим, к мечети. Вы бы лучше оттягивались бы к себе, в сторону дома. Со мной двое, со мной двое. Высота по нулям. Жень, твой упал. Ну, я понял. За дерево зацепился. Миша, а ты где? Еще раз иду к мечети. О, гора. Ты далеко от берега, Миша? Опа. Она под атакой. Еще рано идти, она под мечети. Я думаю, он побережем от мечети. От мечети далеко? Сейчас, Миша, сейчас, беги. Миша, беги, не оглядывайся.
Миша, стрельни вот где-то есть. Я никогда не буду стрелять. Почему? Я считаю, это неправильно выдавать свое местоположение стрельбой. Чё, блядь? Просить бесполезно. Ну тебя же мы быстрее обнаружим. Факт. Развернулся? Да, развернулся. Спит. Спит, по-моему. Расходимся. Вот я тут спита вижу, сгоняюсь на него. Он вниз пошел, да? Да, он подо мной. Вижу, сейчас я на него пытаюсь зайти. Тут дурак. Вы над лесом большим, да, или я? Да. Калер, нет. Не надо, начал. Ты сейчас проскочил. Давай. Это отмечайте, у матерей, короче, вот они. Миша, у тебя твой эблин. Да ладно. Да, один прямо в нулях жесткий, один отвалился от нее. Ухожу. Я просто боюсь соврать, кто это такой, либо сейчас я его проверю. Так, да. Наверху на мечети я тут был. Нет, это не на мечети. Сейчас я верхнего проверю. Ты в нулях с мистантом, а у Эсетин со спецом. От леса ушли, Миш? Это был вот этот, скит тоже. Я второго скита атакую. Давай, я своего контролю. Миш, с тобой расходимся по леву. Так, я для скита отбил, Миша. Я тут у меня. Да. Я сзади тебя. Лесом таким влево. Друзья, а как это он еще летит? Он разбирается. Вот дымящийся сзади меня. А, все понял, сейчас я перекрыл сейчас. Нет, вот в лоб дымящегося спит идет, я за ним. Вот где дымился спит, сейчас туда летит. Вот это мечеть. А не дымящегося? Нет. Где дымящийся туда? У него спит сейчас заходит. Вижу этого спита, разгоняю. Давай я дымящегося посмотрю. Он на тебя что ли идет? Спит меня увидел, разбегнулся. Ты за дымом идешь, да? Да. Скид за тобой идет, все. Вижу из пита. Да. Давай. Все, разгоняюсь из пита. Ну и я разгоняю. Сука, увидел, блядь. Мой скид направо поворачивает. Вираж пошел. Под корабли не лезть. А, передо мной Дора, это ты? Давай мочи его, четко. Тихо. Видно. Блять, он дернулся в самый последний вот. Все, прямо уходим в море. Пойдешь это? Идем, ты меня сейчас беда крохнем, которую ты стырил. Понял. О, он далеко от меня. Очень далеко. Странно, я вот в упор расстрелял, как он живой. Астеру не дамажит, блин, Дора, блин. Около кораблей, мустанг на шесте. И лечу к кораблям, вижу дымного. Это я. Это ты дымный? Да. Окей. Разгоняю к тебе. Вот дымный на посадку. У тебя никого шести не будет. А
А, вижу все, вижу твоего мустанга. Я сейчас всех соберу здесь, на круге. Парни к кораблям, там Миша дымит. Упал в спину, блядь. Упал, да? А, вижу, всплеск упал, да. Я стрелял ему в спину, блин. Он, наверное, попал, как да. Упал он. Блин, в спину некрасиво. Я по прямой застал. Так, а вы где? Я за Мишей лечу, не могу догнать. А я кого-то вижу, кто-то в нашу сторону крадется по нулям. От кораблей в нашу сторону. От кораблей. От кораблей я. Вот восхожу. Не, это уже. Замечите в нашу сторону. У тебя взгляд, Миша, осторожно. Да знаю. Блин. Я в этой 50 включил, все включил, все. Так, на тебя еще падение. Да сейчас всех тут смер. Это я пытаюсь догнать. Это этот мустанг, шасси, какой ты, блин, сейчас я его сожгу. А вы где? Слэ. Я вижу, да, что там летит. Не трогай его. Олег, а ты где? Да я уже возле нашей третьей. Гоню за спецфайером. А это там по нулям тоже крадется. Туда к нам. Слушай, на самом деле, что это было? Нужен донат. Хорошо. Так, пошел еще Мишу спасать, у него там еще мустанг был. Я вот за ним иду, никакого мустанга не вижу. Ну, Миша мустанг в шести сидит. Не опа. Вижу, я за ним прямо. Одного раза. Она посработала. Слышите, всех сберем. А мой-то упал, но не упал. Heimliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Миша, ты какая скорость? А до Анапы никого не видишь, Олег? Да вот гонюсь я, но здесь в нашем фонду от Анапы. Блин, кто-то еще в лоб не идет справа. А где он? Здесь мустанг. Мустанг? Над озерами, да. Высоко? Нуля. Над наземкой? Нет, нет, нет. Над озерами. Понял. Пускай смотри. Пока не вижу. Да, что он положен, да что. А, что. Вон, вижу кого-то. Я двух вижу. Да, флиссером разошелся. Ты вверху. Я? Не, я в нулях. Постреляю по мустангу. Дымный кто? Кто дымный, а? Олег. Не знаю, не знаю. Не ты дымный? Нет, не я. Ты где-то еще с петярдой летаешь. Спит, я захожу на озеро. А вот он спит, да. Идет что ли? Идет. Судя по тени. Блю не
Да-да, это я. В сторону Новороса уходят. Сейчас мы его догоним. Сейчас уже ко второй цели. Давай, вот он передо мной. Ты чё такой, где он есть? Чё за спину? Все, я его вижу. И Миша упал. А это дорого. Зачем уходишь? Да я прицелился. Пушку не сработала, не стала поворачивать. Зачем? Ты просто первым врезался, но даже не крыло сломал. Ну я, простите, пожалуйста. Мы не ходим в лобовые, как на преимущество. Да, мистер преимущество уже дает, не надо ходить. Что? На мистере лобовые, у тебя преимущество и так уже хорошее. На мистере ходить лобовые, это некрасиво. Да ладно, некрасиво. Ну если он выходил, у него лобовую черт не получилось. Если бы надо уворачивать. Сработало, я бы его разнил. Ну пушка не сработала, зараза, он как четко мне. Ты ее не зарядил, наверное. Да вот, наверное, не нажал. Так, а где мустанг был, ты говоришь? Ушел он там. Короче, я, наверное, сажусь. Тебя не атакуют прямо над судом. Тебя атакуют? Вот, видишь, да, прямо над судом не атакуют. Я вот в разгоне на штук наш. Откуда ты разгон? С моря, на север. Вот он меня атакует. Наш вьюг. А, вижу. Нифига себе, откуда он подкрался, блядь? Вот я по нем работаю. Вижу, дохожу. Нихера себе, блядь. Я тут расслабился, видишь. Мус. Я пустой сажусь. Да вот он, я с ним пустил. А где вот, сука, попал что ли, блядь? Задымил, блядь. Так, я сажусь. На юге село, да? Он на тебя прямо этот, чистый сидит. Не попадет. Сейчас зайду. Я сзади. У тебя. Вижу, вот на тебя. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Achtung! Да, подруливаешь, сука, блядь. Ёбаный этот автопилот, ёбаный, подруливает. Из-за него, блядь, вот это и крутит, блядь. Захожу. Или добьюсь? Нет, заходи, он этот. Мертвый какой-то. Да глянь, ни одного попадания не было у меня. Дырок нету, ничего нету. Вот у кого-то 6 под деталями. Вот я на него зашел. Ну что, он как с петяра крутится, ну как так-то. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-9. Нас как этих
Kommandeure переворачиваем. Сарус. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Ты поменишь монете. Я его пробил. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-9. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Jetzt sind abuse. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69. Oh. А вон он добился, я взял пробили. Но он не падает, он хочет кого-то на филде еще. А, нет, все. Кто упал? Нет, это я упал. Блять, он сейчас меня урежет, убивайте его на. Горит. Вот сука. Да. Гастелло все упал. Там еще кто-то. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Sind die dann cool, Schäppet? Угу. Marlboro. Камель. Помнишь, как в кино высотки? О, камель. Верблюда видел, да? Ты в зоопарке. Ты в зоопарке бил, верблюд видел. Да, в зоопарке. Кур видел. Верблюд видел, да? Верблюд видел. Устал, как раз вертел, да? Да, хороший вот. Был бы хороший, живой ушел бы. Ну, хороший, но да, глупый. Против хороший, двоих, хороший, но глупый, он на фил залез. Да. Но он же дал вам пошустрить, блин. А почему шел. Сейчас, почему сейчас звуков попадания не слышно? Да, сейчас да, вот... проблемы какие-то. И это... Звуков попадания не было, и ниш, и дырочек нету ни одной, ни в крыльях нигде, а задымил мгновенно, блин. Так хотя он на... капот попали. Может быть, он, да, он на схождении. Вы, я, смотрись. Да, сейчас выйду. Сейчас отремонтируюсь и выйду, блин. Натуры, блин. А, я ж уже отремонтируюсь, как это. Надо было раньше выйти, блин. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-49 erkannt. Republik of Aviators. На мусте был вот этот. Слышишь? Где ты его видишь? Которого выгоняли. Да я смотрю в этом, кто с Крымска взлетал. Да, зеленый мустанги с Крымска. Так, я вижу какую-то цель, но не пойму. А, еще один там есть, да. Кто-то кого-то гоняет. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47. Ну где-то там, вот чуть. Короче, на кромке моря прям, блин. На побережье идет. Какой-то, по-моему, мессер гонит кого-то. Но кого, пока не пойму. Я за мессером пристроился. Мушу гонит. А они мечеть прошли? Я фиг его знает. Я вот эту... Слышу вашу мечеть, но не знаю, о чем это речь. Вот видишь, перед нами такой выступ,
Вот как сказать? Вот первый выступ. Я его пробил. Я пробил! Сука! Пизда спадает, видите, да? А, во, вижу. Пробил я его, сука. От мечети где-то, в материк называется. Покажи ему, где мечеть. Вот. На море смотри. Вот я над мечетью. Вот я над мечетью. Береговая там, линия мечети. Там выступ такой, аппендикс небольшой. И прям на этом выступе мечеть стоит. Маленький заливчик есть такой вот. Как? Ты меня видишь на береговой линии на 2000? Пока не вижу. На береговой Боже. Линии. Вот где ты его сбил, в море прямо если пойдешь, это будет не мечеть. Ну понял. Так, я ушел, всем пока. Давай, да. Счастливо. Ну там на выступе каком-то стоит здание, да? Вот-вот-вот, это есть. На полуострове, да? Как? Да-да, их два. Да-да, вижу, две. Понятно, все, я увидел. Вот мы вот это мы мечеть называем. Ага, принял. Он горит, сука. Хорошо, ты его шлепнул, молодец. А я на проходе его подцепил. А что за мессер шел там рядом? Кто это был? Я не знаю. Что-то промолчал мужик. Ну, наверное, сам по себе летает. Снял у него с языка. Так, а ты пошел открыть? Нет, не отметить, что на Донат. Ну я на Донат. Штаб забыл. А лампочка да, не так. Ну, Мустанг меня на форсаже гонял, да? Вот где сбили этого Спиталькова. Сейчас там подходим по нулям канапе. Там? Там вкусно. Я на спида захожу. Донат, да, Миша? Да, да, уже в близко. Возвращаюсь, от мечети до Доната. Третья оборона. Я прям над обороной. На ты самый. Анапой. Да. На озерах двое тогда летят. Тогда опускайся, потому что не видно сверху ничего. Я сейчас спускаюсь. Я еще помню. Сейчас крайне выйдет и все тоже. Тоже рот порвался, да. А у нас завтра выходной. А что, сегодня пятница? Нет, у нас день Башкирии. Башкоркостан? Национальный праздник. Где он? Да вот здесь крутимся. Вот тебя вижу, да? Его не вижу. Он подо мной сейчас будет заходить. Так, сейчас надо. Ты же в море, что ли, вышел? Он на меня заходит, потому что... Нет, не пошел. Что? Вот вас двое там вижу. Ты что ли крутишься с ним? Да нет, это... Я в море иду, кого-то вижу в море. А, такой вот... Мы с ним в лоб прошлись. Он в шасси, почему он в шасси летает?
Вот она. Так крутится. Радуйся. Я думаю, это ты летишь, представляешь, он нечего не будет. Нет, вот он стреляет около озер кого-то. Ой, спит. Вот он. Так, мой спит на меня идет, я к третьей обороне по берегу спита ищу. Тащу. Есть кто-нибудь рядом, нет? Да я рядом здесь, я вас не вижу. Вот он у меня что-то в шести, прямо я иду к третьей обороне. Вот я тоже в сторону, в сторону третьей обороны иду. Смотрю. Кто на футе? Да. Атанапа. Атанапа кто идет? Нет, я на Анапу иду. Я подхожу к третьей обороне, к этой вот, береговой. Я вот вижу, трое воюют. Вот это вы, Миша, походу, было, да? О, у меня топлива нет вообще, блин. Кто кого атакует? Ну я вот на спида захожу. Блин, так где же я? Анапа! Этот спид за тобой в шести. За мной? Да. Ты же на дуре? Нет, я на мысли. Блин, Миша, сейчас я тебя подрезать буду. Я вот прям на фью дома кружусь. Надо нахуй, я ничего не вижу. Кто вы, блядь, летаете? По нулям, Анапа. Я пошел. Вот кто сейчас это? Это не я. Я такой косой стал. Задымили кого-то. Спида, по-моему. Я заметил эти. Ну, станги какие-то крепкие стали. Столько в него всаживаешь. Чиперы, блин. Не, вот какие-то обновы, они поле на обновом еще. Ты что, атакуй, ты что, дерешься? Я стримлю. Посмотреть, как я завалил. А, нет, ну, стрим только с моей кабины. Не вижу, не будет. Конечно, только моя кабина. Понятно. Да как тут ты херай их просто? Давай компанию гоняем. Просто ты хитрень, финя. Нет, он летит. Анапа, Анапа, прям по нулям. По нулям не надо, надо просто по нулям пройтись и все увидишь. Как ты не видишь? Север, север Анапа, 6. От города. Дыми, что? Этот спит свой. А, ну что там? Ну, вдвоем одного там бьет. А, тут еще спит. У вас вы бьете, к вам спит крадется. С севера. Понял, понял, понял. Стреляй, спит. Блядь, убил. Это кто меня? Спит свой, да. Тебя пробили, да? Да. Какой-то, блин, ас. Все прям с прохода. Я
Его дыманули. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Ух ты ж, ёпер, не те, это. Ещё одна спецяра. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. 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 Achtung! Миша, на меня что заходит? Да не захожу, я смотрю, стоит. Напугал меня, бля. Как у меня один друг выражается. Главное не ссать. А вот у тебя 6 над городом. Хотя нет, у тебя. У меня, наверное, ко мне крадется. Также над городом, где мы были. Нуля, устан. Это свой. Не пойму. Качни крыло. Это свой мисак. Да что-то никого. Ну пошли домой. Я сел. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Блин, он где-то наверху сидит. Никто не штурмит, а на землю лечит. Да. Ну я набрал уже 2000, пока никого не вижу. А, они там где-то есть.
где ты? А, к горам идем от Анапы. Понял, я только что взлетел. Что-то быстро, скорее всего, Мустанг. Испугался, что ли? Я вроде красивый. Красивый и добрый. Чего меня боятся? Странные какие-то. Все, потерял. Опаньки, а это кто? Я там пошел к ним на свет, по материку. Плохо статистику зависит. Ну да, непонятно, блин. Попадаешь, не попадаешь, ты или не ты. Забрал его. Статистика висит, потом статистика напишем. Не, ну мне вылета пока. Статистика. Она потом разживет. Не везде, все будет нормально. А мне было интересно, кто это. Ну да, вот местный кого сбиваешь. Да, ну где ты? Говнюк. Было же. Мальчик. Пусть лежат корабля. Там все. Еще раз. У меня 6. Разворачивайся. Ты идешь к крыльцу, да? Нет, я плавно поворачиваю сейчас ко второй цели. Я на лес. Второй цели или обороны? К лесу, к лесу. Вдоль леса он будет идти. Зеленого. Зеленые горы. Меньше высота, а, все, вижу. Тут сзади меня щипается. Мамка, тебе пошел. Да, развернулся в лоб идет. Блин, а я его потерял. Попал он, парни. Вспышка была, но что-то мне ничего. Даже не больно. А это последняя, да? Фича. Попадание без последствий. Он за мной сейчас потянет, смотри, видишь его? Нет, не вижу. Не вижу вообще. Справа смотри, я покажу тебя. Он подо мной снизу, не за мной. Ушел? Кого-то вижу, кого-то не вижу. Одного только вижу. Я выше, он чуть ниже меня. Ладно, пацаны. Давай. Спокойной ночи. Приходи еще. Куда это? Еще я потерял вас. Я сейчас. Нет, он на высоте, ко второй наземке. Сейчас на нее падает. Да, он тут падает. Flugzeuge über unsere Kuh 69 erkannt.
Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-69 erkannt. Achtung! Лазерное оружие. Ты его просто сглазил, короче, да? Посмотрел на него и сглазил. Он, походу, не сильно врезался. А может он, да, в спутный след попал? Он на низу смотрел. А, он был низко сильно. Да, он я понял. От меня уходил, он просто с... Он, походу, пасть задрал вверх. А я вот на весик готовился. Так. Кишня слева. У меня-то на посадку еще и... В анабиоз ухожу. Ты МиГ-21 или что-то, мама? Купил МиГ-21? Ну да, у меня он есть, а я не умею. Вдалась, смотри, слева там нашего плющат по нулям. Вот за большим городом. Давай лучше на тяжку смотреть, Миша. Давай, давай, пошли. Я не пойду, у меня топливо ёк. Я все, в анабиоз уже. Боюсь тебя потерять. Вот, так что ты там вот на город передо мной, видишь? Вижу. Там контакт по нулям, ну, километр вижу, где-то. Вижу, вижу, все вижу. Вправо иду. Это вот прямо резко направо ушел. Ну там что ли? Разую по нему. На этом станку море идет, да? Да, я его слева режу. А я ему тупо в 6 иду. За ним наш. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen. Ну не возьму. Achtung! Ты такой не шел. Не знаю, сейчас врубил эту ВД-50. Вроде разгон пошел. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in DK9 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in DK9 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in DK9 erkannt. Achtung! Wir haben ein Messer, ne? Салют. А закончание дня. Может, Миша, пострелять по нему, чтобы это... Нет. Нет, да, понял. Это не будет работать. Не вирожнет он, ничего, да? На нас сзади справа падают. Пыталась, как слышал. Я принял, и он у меня уже рядом. Хочешь жить? Жить хочешь? Жить хочешь? Такое предложение. Он с тобой пошел. И от Новороса еще контакт идет. Давай-ка это.